А вот и мы. Добрый, добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Вот, в эфире, как обычно, мы. Капитал шоу «Поле чудес». Да, и с вами сейчас победитель. На самом деле, да. Нет. Вот, сейчас с вами проигравшие люди, которые проиграли в эту игру уже... Ну сколько, дней 5 играем, Максим, да? Ты как неожиданно зашел. Проигравшие, которые проиграли. Я такой, где, в чем мы проиграли? Почему? Все нормально. Да. Проиграли в эту замечательную игру, которая называется «Метро. Исход». Ну, на самом деле, практически уже выиграли, я, по крайней мере. Ну да. В общем, мы поиграли как следует. Я почти прошел, мне немножечко совсем там остается. Вот, буквально там полписчики, судя по всему. Вот, но мы, как и обещали вчера... Мы решили постримить ее, безусловно. Потому что только сегодня снялось то, что называется словом, таким жутким словом, эмбарго. Ограничение, санкции. Да, вот, на самом деле снялось, да, ну там что, 14 часов назад, нам было лень выходить в эфир в полночь, поэтому такие там почесались, приняли душ, вот, позавтракали. Я вот к стоматологу сходил на проверочку, сказали, все хорошо, заживает, спасибо, если там беспокоились, не волнуйтесь. Вот, и теперь мы да, мы собираемся поиграть наконец-то. Давайте. Господи, почему в конце? Давай запустимся уже. Да? Поехали, да? Господи. Давай. Легко. Легко? Легко. Легко. Я хочу легко. Чтобы жизнь была легка и прекрасна. Ну хорошо. Если что, это Сашина была идея. Если что, обвиняйте меня в этом. Я, естественно, так вот, все играю только на харде. Напоминаю вам, дорогие друзья, что сегодня у нас тут комбо-брейкер. Видите, там нарисован. А, да, послушаем. Ну, это длинный будет ролик. Длинный. Давайте подождем и с умными лицами посмотрим. Или мы можем, кстати, пропустить, а просто перескать. Пусть люди потом посмотрят с вами. Оставим? Оставим. Хорошо, давайте. Оставим. Соней торговали. Имели уважение. Просто. Узнается слог Глуховского. Ну, кстати... Это и в плохом, и в хорошем смысле. Ну, кстати, я не помню, он же, по-моему, не участвовал в сценарии. Не участвовал, он был inspired by. Это они были inspired. Но тут же очень вольно, на самом деле. Там сюжет у третьей книжки... Саш, да перестань ты. Сюжет у третьей книжки, на самом деле, другой. Честно говоря, я прочитал только одну, и то до половины. Я а прочитал... потом словами, я... как же это нет, херово написано. Нет, последнюю, нет, одну я прочитал тоже, последнюю тоже не читал, я просто синопсис посмотрел, чтобы уточнить несколько моментов, вот, он совершенно другой в книге. Там. Сеттинг офигенный, написано плохо. Да нормально. А, кстати, Саш, знаешь, что смешно? А ты не переключил. Извините, друзья, извините. Ну, знаете, это как реакшн-видео. Да, то есть вы сами засмотрелись, вы смотрите нашу реакцию, да. По крайней мере, мои. Нет, так не все задумано, мы просто обсрались. Да, мы просто немножко обсрались. Так что, в общем, Сану извините нас, друзья. Надеяться нам сразу было не на что. Но мы, ох, люди, просто не умеем сдаваться. И не сдались. Сейчас собрались силы и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Дом-дур-дом. Ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле. Какое-то время нам казалось, что все получится. Но, к сожалению, война не убила наших старых привычек. Под землей не срать, написано, да? Главное в танке не пёрсуть. Наши пороки разрастались, как плесень. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали. Мы отворили ворота. И с каждым днем их становилось все меньше. Пассажиров с детьми и мутанты проходят мимо. Ну, то есть... Надо все-таки отдать должное разработчикам, очень круто сделано. Я помню, что мы были рождены для другой жизни и не согласен умирать под землей. Пусть меня считают идиотом, но если остался еще хоть осколок того старого мира наверху, я должен его найти.
Говорят, может быть, на английском меньше пафоса, я сомневаюсь. Не уверен. Между годами серого существования и мигом надежды я выбираю надежду. Я должен поймать сигнал. Как говорится, одеть надежду. Надеть одежду. Ну что ж. Ну поехали. Ну поехали. Говорят, уже вышло. Да, уже вышло. Вышло, да. Ребят, игра вышла буквально сегодня. Мы играем в нее на PlayStation 4 Pro. Я знаю, что будут вопросы. Поэтому да. Хотя, знаешь, кого я пытаюсь обмануть, даже несмотря на то, что я сказал, все равно будут вопросы. Да. И, друзья, на всякий случай напоминаю для всех, что сегодня в эфире тут Максим Еремеев у нас сидит. Александр Кузьменко, Колдбрейкер. Да, и мы стримим метро Исходус. Экзодус. Да, вот. И... Golden... Moses? Да, вот, мы сегодня далее, Моисеем по черному, вот, мы собираемся продолжать Моисеять где-то часов до 6. Максим, не грусти, говорит Александр Зигфрид. Как же не грустить? Смотри, Александр, что творится-то в мире? Ужас какой. Как тут вот не взгрустнуть? Да. Ну что ж, знакомый Люк? Лючокс, я даже сказал. Лючокс. Знакомый Люканг. И Кунг Лао. Кунг Лао. А вы где находитесь? Это секрет. Мы находимся в нашей секретной лаборатории Кумбо Брейкер. В России. Вот, где-то больше сказать не можем, в Москве, потому что иначе нам придется вас убить. Для вашего же блага. Мужики, мне 26, я считаю себя старым, уже даже играть неохота, пишет нам геймлип. Окей, это бывает. Bad for you, что сказать, это господи. Бывает, это да, случается. Действительно, это случается. Но вы сделайте следующий момент. Вы попробуйте отдохнуть от игр полгода или годик. А потом купите вот то, о чем все топовые какие-нибудь стримеры, вроде нас, например. Да, с Максимом. Ох, Саша! Ну, конечно, да. Да, сам себя не похвалишь. На самом деле нет, да. Говорят, что они хорошие. Попробуйте в нее поиграть. Да. И вернется интерес. Вот, кстати, спрашивают реала, как зуб-то, Макс? Да, вот я сейчас говорил, да, может, пропустили. Зуб вроде нормально, спасибо. Так, заживает. Вот это вот мне не нравится. Вот это мне не нравится. Путинку мне тоже не нравится. Ненавижу эту херню. Короче, вот, да, зуб нормально, заживает. Я был сегодня. Я был сегодня у хирурга, как раз на осмотре. Хирург сказал: ну, типа, все норм, сняли швы. Вот. Правда, единственное, там был смешной момент, такой смешной и грустный. Отчасти, когда, да, те, кто не знает, мне удалили просто неделю назад нижнюю восьмерку, зуб мудрости, это очень неприятная история. Вот, был такой смешной момент, когда, значит, меня сняли швы, такой врач говорит, ну да, все нормально, типа, там, ля-ля-то поля, ну вы только еще некоторое время, примерно неделю, говорит, не, вы жуйте, говорит, другой стороной, а то, говорит, понимаете, там долго затягивается, вот, и есть опасность, что будет забиваться пища. Я такой... Доктор, говорю, а вот, ну, как бы пища, когда ее жуешь, там, неважно, с какой стороны ты ее жуешь, да, она все равно порту у тебя там, как бы, извините, шароебится. Вот. А если все-таки. Прибывает. Если все-таки забьется. Вот. На что доктор, даже не посмотрев на меня, даже не вздохнув, ничего, он просто так он как-то так пожал плечами. Типа, ну, блядь, сэ-ля-ви. Ну, блядь, сэ-ля-ви, Максим. Все когда-нибудь умрем из серии. Вот. Ну, то есть да. Много поводов любить Россию и Москву, но и один из них это заботливые врачи, безусловно. Ну, конечно. Оптимизм, так, Максим, это то, что отличает русского человека от любого другого человека. В случае пожара горите. Так, слушай, давай немножко подведем, наверное... Итоги, все, выключаемся, уходим. Давай, ну что подведем? Подведем немножко синопсис, да, вот, о том, что происходит вообще вокруг. Мы только что ролик специально посмотрели, ну давай. Значит, хорошо, главный герой, бессменный главный герой игр про метро, Артём Сухой, кстати, его фамилия. Вот, Артём, да, Артём. Хоть не Сухов. Он, значит... Как товарищ. Ах ты, мразь! Так, слушай, давай его. Даю. Он там после событий первых двух частей метро, он живет себе, не тужит. Отстреливает. Вот, отстреливает всякую херню, да. Женился. На Анне, да, вот. Которая сначала его презирала, потом перестала. Вот. Но...
не дает ему покоя один момент. Заколебало Артема сидеть в подземельях. И он поэтому, значит... Собирай. Да, это, кстати, не собирается почему-то еще. Потом. Зеленки нет? Вот сейчас не собирается. Я знаю, что они, да, но сейчас нет. Вот. Это самое. Да что? А, у меня нет больше места. Уже, да. Да, вот. И он поэтому постоянно ходит на поверхность и пытается поймать сигнал откуда-нибудь еще, снаружи. Вот. И у него это все не получается, и все ему говорят, да ты дебил, ты только зря типа рентгены ловишь, вот, и вообще не надо. А он такой, нет, я буду ходить, потому что хочу вывести человечество назад к свету. Вот. Извини, я просто замокировал там пару. Вот, и мы сейчас как раз мы направляемся, насколько я понимаю, наружу, то ли снаружи, вот, и пока опять сигнал не поймали, и все у нас плохо, и мутанты появились еще. Ну, в общем, нет терпения человека, понимаешь? Нет, ну, нужно... Нет, бы пережить. Саша, ну вот ты бы, знаешь, жил в этой херне так долго, ты бы тоже, наверное, посадил. Я бы, наверное, застрелился, мне кажется. Вот да. Тем более оружие легко доступно. Видишь? Нет таких проблем. Это сейчас такой, захочешь с собой покончить, что делать такое? Под поезд прыгать, как-то больно, наверное. С крыши, там, не наверняка, вот. Максим, такой... ты сейчас нарушаешь одно из каких-то очередных... Что? Законотворческих, короче, вирш, который у нас создан. То есть, да, нельзя же. Мы же не можем пропагандировать самоубийство, понимаешь? А я не пропагандирую, я просто рассуждаю, типа, вот если вдруг захочется, это проблема. А здесь нет такой проблемы. Оружие, взял и... Оружие под рукой. Да. Вам бы в Papers, Please играть. Один штамп поставит, другой людей в чатике банит. Да нормально. Артем сухой полусладкий, шутит Миша Патрушев. Ну да. Вы ее будете полностью проходить? А хрен его знает. Мы сегодня поиграем часа 4, где-то до 6. А да. Потом посмотрим как-то, ну, насколько интересно будет народу, сколько, какой будет онлайн. Вот. Может быть, продолжим еще и сегодня в понедельник, во вторник. Это пока обсуждаем. Так, все зависит от вас. Сняли чертей. Приходите нас смотреть, мы выйдем в эфир еще. Артем, какого хрена? Какого хрена, Артем? Тут у нас по лору, короче, рассуждения. Спрашивают, как там с D6, все нормально ли? Да, с D6 все хорошо. Кто контролит D6? А D6... А погодите, стоп, а все нормально разве? Там же у них в конце второй игры был замес как раз. Я забыл. ВДНХ? Независимая станция? Независимая станция, да. Там же, да, это... Ганза, Хиранза. Фашисты. Четвертый рейх. Ты знаешь, на самом деле... Ты знаешь, Макс, я ржал над этим сеттингом. А потом вдруг задумался. А потом заплакал. И заплакал после того, как задумался. Обычно не смотрю стримы, но вас готов смотреть, говорит Ваня Грандмастер. Спасибо. Это пекарня? Нет, это не пекарня. Это PlayStation 4 Pro. Чувак с именем Идиот, спрашивает Лол, да? У него такое прозвище. Причем там... По лору, там просто можно прочитать про него потом. Он сам его себе придумал. И как говорят, все, что как говорят, он один из самых умнейших, да, людей. Да, как, да, говорят, из скромности врожденный, хотя на самом деле он типа один из самых образованных там. Будете ли вы играть в Vampire Masquerade? Что думаете, тизер от Парадокса? Там какой-то новый маскарад тизернули? Угу. Да, очередная какая-то хрень, короче. По а что это будет? РПГ или что? Подожди, Максим, тут сейчас драма идет. Драма. Да ладно, драма, господи, Саша, это... Жена вот стоит. Сидит. Сидит. Тут слушать это невозможно, такая херня. Проснулся наконец-то. Доктор сказал... И жалею об этом уже. Вообще симпатия. Мельник только теперь без ноги. Да, мельник без ноги. И без жалко, ноги что не выходит, без... жалко, что не безголовый. Очень бесит, честно. Он дико бесит меня. Но это специально бесящий персонаж, который был придуман. Вы еще увидите его, друзья. Отчасти, да. Он действительно... Слушай, да послушай. Похеру, Саша. Это спойлеры все равно. И неважно, она ничего интересного не говорит. Это, в принципе, она... Да, это новая часть. Она, в принципе, говорит то, что мы уже рассказываешь. Типа, зачем ты это? Все равно нет там ничего. Смирись, вот, выжили только мы. Всю эту херню. Вот, Мельник. Во-во-во. Чтоб ты сдох. Ноги увидите. Ему сказать. Это вот, друзья, я не очень не люблю такие термины, но если бы вы сапог. Видели ватника, короче, в вакууме. Он не ватник, он сапог реально, он кирза. Он кирза, да. Ужасно писал. Он так бесит. Очень сильно. Хотя вот да, вот возможно, опять же, без спойлеров, но просто, учитывая некоторые особенности сюжета, действительно, возможно, его специально таким сделали. Специально таким сделали. Возможно. Да. То есть, мне кажется, это, наоборот, находка со стороны разработчиков игры.
Есть метро и точка. Ну ладно, больше хотите послушать игру, послушайте. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? Пошел. Ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис. Пойдем, надо поговорить. Папа квартиру обещал. Это потом будет, да, там очень смешная реплика. А ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Ну, скоро увидимся. Нострадамус, наш постоянный зритель, кидает нам 100 рублей и говорит, что добрый день. День добрый. Спасибо. Не в обиду, Кирилл, но я очень соскучился по такому составу на экране. Не в обиду, Кирилл, с бородой, спасибо, но очень соскучился по такому составу на экране. Спасибо за отличный стрим. И вам спасибо. Так, послушаем же теперь ролик. Ничего интересного. Мы все перебираем. Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете? Слово «ром» и слово «смерть» для вас означает одно и то же. А, все, можно уже идти. Да, все, можно идти уже. Наконец-то вот пить ром и делать смерть. Спрашивают, как мы оцениваем Глуховского как автора. Я спрашиваю еще, когда Зильнов сам написал текст. Я не знаю, какое он отношение имел к сценарию игры. Вот конкретно этой. Это, безусловно, он первоисточник написал, это понятно. Вот. Писал ли он что-то здесь? Не знаю. Вот. Как я отношусь к Глуховскому как автору? Я считаю, что, по гамбургскому счету, он, конечно, писатель, он достаточно... Ну, смотря с кем сравнивать. С Лукьяненко. Посмотри, с Лукьяненко он гений. Короче, вообще в целом, писатель он средний, конечно же. Ну, вот, он да. Не гений. Ни в коем случае. Но первое «Метро» я прочитал до конца, и, в принципе, это была такая, достаточно крепкая подростковая фантастика. Вот. Кто же не любит такой жанр? Не сблевал. Вот это из серии, из моих любимых цитат на обложку. Вот это. Не сблевал. Максим Еремеев. Знаешь, я познакомился с одной девушкой, которая работает парикмахером. Ну ты меня ругаешь, я перебиваю, сам начинаешь. Ну ты говори. Так вот, она из Донецка. И то, что... И она уехала жить в Москву, буквально вот когда там весь этот бардак начался. Так. И она описывает все происходящее примерно как вот в этой игре. Говорит, заходишь... В смысле? Выходишь на улицу, там мутанты? Примерно. Заходишь, говорит, ты в ресторан, а все мужики с автоматами. А, до скольки стрим будет? До 6 где-то. Ну да. Вы еще успеете. А это как, знаешь, из серии, как в Израиле, там, девушка какая-нибудь там со службы на свидание в кафе приходит, тоже автомат такая, стоит рядом со стулом. Честно говоря, мне кажется, это немножко не по-человечески, друзья. До конца лупиться будете или по частям? Да прям вообще сейчас вот пройдем. Нет, на самом деле. До 7 утра. Ну, насчет не по-человечески, Саш, в первом случае, да, во втором, мне кажется, это как бы обусловлено объективными причинами. Ну, вот так устроено у них. Что за игра, спрашивает Владислав Петров. Молодец, Владислав. Угадайте, ты Владислав. Выиграл приз, короче, дебил года. Автомобиль. Потому что там написано автомобиль. Игра про автомобили. Вот, да, опять начинается. Нахера это все? Анимации говно, чем они 5 лет занимались. Ну, с мимикой все очень плохо. Это ну, правда. Это не Red Dead Redemption. С мимикой да, просто край. Так, фильтрик? Вообще, я должен сказать, давай, раз уж мы начали, можно, в принципе, порассуждать и рассказать о впечатлениях о своих. Я, когда начал играть, я первые 3 часа где-то, первые 2-3 часа, я ужасно страдал. Мне все... Смотри, надписи. В этом подъезде свиньи. Вот, мне все ужасно не нравилось. Меня дико бесила озвучка, диалоги, персонажи, стрельба. Я такой, господи, что вы сделали с игрой? Это был нормальный, хороший шутер, как бы, а теперь невозможно в него играть. И только спустя, там, как раз 2-3 часа где-то, как-то пообвыкся немножко, вот, когда там начал сюжет уже более-менее раскручиваться, там, локации интересные появились, вот, я наконец-то проникся, и в итоге все-таки получил удовольствие. В итоге я считаю, что это хорошая игра. Но начало... Вот. Так себе. Вот мне показалось, да. Увы. Но дальше, друзья, начнется гораздо интереснее.
Открытого мира не будет, будет полуоткрытый. Будет. Ну как, он не то что открытый мир, тут... Предоткрытый, я бы сказал. Приоткрытый. Тут да, тут как бы многие, даже большинство, наверное, локаций, они... Это достаточно действительно большие по меркам отец метро. Отец квартиру обещает. Отец квартиру обещает, да, вот. Со своей кухней и душем. Душем. Такие большие локации, их можно исследовать, вот. Но они как бы все равно отдельно друг от друга, вы между ними там дискретно перемещаетесь просто на поезде, вот. Но да, их, они есть там нормально с этим. Ну, то есть там есть... Сайд-квесты, есть тайники, всякие секретки, да. Максим, если ты почти прошел, сколько времени занимает примерное прохождение? Я не замерял, я скажу очень примерно, если не задрачивать сайды, наверное, я бы предположил часов... 20, наверное. Да нет, не 20. 20 — это много, если не задрачивать сайды. Я бы сказал, ну так, широко 10-15. Ну, это и совсем прям вот прям... Скорее, ну да, нет, если совсем бежать, тогда 10, если там все-таки как-то размерено. Ну да, часов 15. Можно растянуть на 20, я думаю, на 25, если... Задрачить! Ох. Собачка. Собашка. Помре. Отлично. Зависит от вас. Вы просто завышаете свои впечатления, а так игра топовая. Да не завышаем, просто реально в ней очень... Правда, в ней очень многое сделано плохо. Увы. Это как бы, ну, факт. Другое дело, что в конце концов ей это все прощаешь. Там есть реально... Мы, к сожалению, наверное, сегодня не успеем уже дойти до моей любимой локации, до тайги. Вот. Но там есть прям реально крутые штуки. И по итогу я доволен. Меня, правда, бесит... Я понял, что меня все сильнее бесит как бы сеттинг, да? Вот. Это восточноевропейская школа геймдизайна. Саша, ты можешь мне не объяснять, я это все понимаю. Дело в том, что, как бы, знаешь, кому поп, кому попадья, вот меня не привлекает эта школа. Тут дело даже, кстати говоря, тут не в геймдизайне, дело в антураже. Меня антураж тут уже не очень привлекает, я устаю. Ржавый совок, Макс. Он мне не нравится. Вот. Это тот самый ржавый совок, который выстаргает кучи, тысячи, миллионы людей. Саша, ты мне похеру. Я про себя говорю. Вот мне сложно уже это воспринимать. Смотри, ты человек и не понимаешь. Я устаю что от этого. Что ржавый совок, он восторгает действительно... Да что ты мне, господи, Саша, человек. По мозгам ты ездишь? Я понимаю, что он восторгает гигантское количество человек. Мне похеру, я тебе про другое говорю. Не беси меня. Папа тебя любит, ты его бесишь. Вот. Я рассказываю... Ты, между прочим, сейчас из восточного европейского режиссера цитату привел. Я делюсь своими личными впечатлениями. Давай, делись эмоциями. Я пытаюсь это тебе сделать, и ты мне расскажешь про миллионы людей, которые там бороздят космическое пространство, да. Пока ты сидишь и критикуешь. Меня, да. Меня бесит ржавый совок, короче говоря, о чем я хотел сказать. И я не знаю, что дальше будет, как со следующей игрой. Вот у меня, например, лично будут обстоять дела. Вот. В этот раз еще как бы пронесло. Вот, вытянули. Но дальше хз. Может, потому зону запретную объявили? Ну, раз тут стаи такие здоровые. Макс, ну, по-моему, это даже прекрасно. То, что ржавый совок, ненавистный тобой ржавый совок, вот тебя вдохновил, ты в итоге сказал... Возможно, что-то... отчасти потому, что меня вдохновил как раз там, когда там начал заканчиваться. Начал заканчиваться. Ну да. Заканчиваться. Ну да, короче, как раз когда там ржавый совок пошел на спад. Условно говоря. Ну, трафик стоит. Вот о, подожди. У нас тут... у нас тут, между тем, бесячий мельник кидает... Сумерки Глуховского мне понравились гораздо больше. Почитайте Блад Райла, еще рассказы о родине интересные. Вот, бесячий. Не бесящий, а бесячий именно мельник нам кидает 86 рублей. Интересная сумма, кстати. Спасибо. Она, возможно, символическая. Нормально. И говорит, «Сумерки Глуховского мне понравились гораздо больше». Саша, что ты зачитываешь? Почитайте... Я только что металлический голос ты все зачитал. Его же никто не слушал. Почитайте Blood Trail, а еще рассказы о родине интересные. Нет. Максим, говорят, хочет экзотику Индиану Джонса. Максим не хочет вот этого. Вот чего Максим. Как жить Максиму не хочет в этой стране. Не хочет этого, потому что, знаете, как бы для кого-то это экзотика. Да, кто-то, в принципе, там, не отсюда родом. Кто-то родился позже. Я родился в 82-м году. Я все это застал. И как бы даже вот это... Не вот в лучшем я застал, виде. Я застал конец совка. Я застал 90-е. И поэтому, знаете, вот это вот... Ох, боже мой, такое все примерно немножечко знакомое, но при этом разваленное такое как бы вот. Я видел это все. Я, понимаете, я вырос просто вот на гниющем трупе империи.
Жавом-совке, Максим. Чего вы, да, чего вы мне сейчас это все показываете? Говорят, это не это украинские разработчики, а не российские. Я знаю, не об этом речь. Мало того, они даже уже не украинские, ребята. А, нет, это не мне. Вообще для российских разрабов это топ. Да, сорян, извините, пожалуйста. Да, для российских разрабов это топ, но это не российские разрабы, во-первых, а украинские. Студия 4A Games. И с 2014 года они уже даже не украинские, а вообще мальтийские. Ну да, они переехали. Они переехали вместе со всеми семьями на Мальту и теперь там вступили в мальтийский орден и вот сделали свой мальтийский орден открыли. Так что это, в общем, но восточноевропейская школа при этом не потеряна. Да. Можно вывести человека из бывшего СССР, а бывший СССР, Человек, из головы человека не вывести нельзя. Поэтому получаем одну из лучших игр про пост-СССР. Денис Федорец подписался на канал. Привет, Денис. Привет. Надеюсь, вам понравится. Слава богу. Это не орден. Ганзовцы. Козлы. Да орден тоже не очень. Козлы. Мне да. Еще, причем с этой ганзой очень нравится, откуда люди, которые пережили постапокалипсис, короче, в Москве, знают вообще такой термин ганза, ганзейская республика и прочее. Это что за бред? Хороший вопрос. Да. Очень хороший вопрос. Деревня как деревня. Пришли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался, и ни слуху, ни духу. А тут нас с этим схватили. Там эти что, вот. Есть жизнь? Жизнь за МКАДом существует. Это, друзья, сегодня название нашего стрима. Саш, сделай с этим что-нибудь. Да-да, сейчас забаним. Извините, друзья, но если среди вас попадаются уроды и козлы, вот, мы вас беспощадно баним. Как говорится, привет Сталину. Ничего, разберутся. Сейчас разберутся, ага. Вот в стиле СССР, лучшей страны в мире, как нам сейчас написали. Да, как раз. Всем фанатам Советского Союза рекомендую пересмотреть эту сцену еще разок. Вот так вот, друзья, относились в вашей любимой стране ко всем тем, кто что-то не там и не в то время вякнул. Что-то не так. Ты понимаешь, что ты по трупам просто спас? Говорят, Максим, а каким тогда ты видишь сеттинг нового метро, если он будет, конечно? А я не знаю. Вот я пока не знаю даже... Удивите меня. Даже что думать об этом. Да, вот именно. Я надеюсь, что меня удивят, потому что... Опять же, понимаете... Метро-то тут практически закончилось. А все, мы выехали из метро, сейчас... и больше туда не вернемся. Нет, нет, мы еще. Ну, вернемся, ну. Короче, так, фишка в том, что да, там потом игра-то про то, что мы уедем вообще хер знает куда, на другой конец страны. Вот. Как бы и само метро, оно в игре и московской, и немножко спойлерно не только, оно занимает небольшую, как бы, относительно, немножко времени. Вот. Ну, я, короче, не знаю, как дальше. Локации, которые освещены как у негров в жопе, извините меня за мой французский, вот, они тут минимально в этой игре. В основном все проходит примерно вот так. Ну, вообще не весело. Ты посмотри, Максим. ГУЛАГ! Спрашивают, Саш, прошел ли ты игру? Вот. Нет, не прошел. Саша не прошел. А ты где сейчас, кстати? Я прошел Волгу. Прошел вот это вот после Волги. Пустыня. Как она на Я все называется? Ну, Ямантау ты прошел. Ямантау, да, прошел. Вот, и вот сейчас я нахожусь в этом месте. Ты в пустыне. Mm-hmm. В Канакаспе. Ну, кстати, выглядит неплохо. То есть мне вот так нравится, что игра меняет даже свой визуальный стиль постоянно. Я почти прошел. Вот. Мне осталось совсем-совсем немножечко. Стирать еще надо специальной кнопочкой. Да, есть такая кнопка. С глаз, так сказать, пелену. Да, что-то все засрано-то все время. Да, это новое метро. Тут люди разочарованы, что нету в игре черных. Ну, извините. Черных и так в жизни полно. Зачем уж в играх их ходит? Что, Саш? Извини, сори. No racism, no sexism. Че ты несешь вообще? Попустись. Артем полусладкий. Кстати, ты знаешь, на самом деле, вот зачаточная часть сценария, она весьма неплохо выглядит.
Тут предполагают, что про питерское метро сделают, как в книжках сторонних авторов. Слушай, в Питере метро вот такое вот. Да нет, ну... Какое-то метро, там станции-то, нет, блин, Саша, всего оно 20 не штук. Такое, оно не такое большое, как в Москве, но оно там достаточно относительно. Не нижегородское, хотя бы, скажем так. Не Минская. Не нижегородская, где там из серии полторы, я не помню сколько, ребят, если кто из Нижнего, извините, если там ошибся, но да, я знаю, что у вас там очень маленькое метро из серии, я, по-моему, линии. Вот. Зато оно, ну, есть. Какое есть, да, я не собираюсь его там 10, вот, ну просто. 10. Вот, а в Питере-то оно большое, там, в принципе, есть где развернуться. Вот. Да мы поняли, про каких вы черных, не беспокойтесь. Не волнуйтесь так. Вот, он говорит, я про тех, что в играх, это мы знаем. Конечно, естественно. Вот, это то, что одна из рас мутантов, ну, просто, как раз, да, вселенной метро. Ну просто видите, какая история. Конечно, да, можно действительно, теоретически можно перенести там в Питер, все, все. Но вот после вот этого, после этой игры, где, как бы, опять же, такие достаточно вот, большие открытые пространства, где все вот это, вот, да, там свободный геймплей, да, во мной в большинстве участков, вот. Это будет странно смотреться, если обратно будет, как бы, откат к тому, что было в первых двух частях. Честно говоря, вот этот вот выход в Open World меня очень сильно порадовал в новом метро, потому что, ну, задолбался за те две предыдущие игры вот лазить просто по каким-то вот темным жопам, извините, да? Говорят, постапок не может гнить вечно, кстати, говорит Артем. Должно начаться возрождение. Еще Fallout была, НКР и Убежище 8. Ну вот, кстати. Ну, да. Кстати, да. Может быть, это, кстати, вот был бы... Может быть, вот будет, да, как-то связано с этим. Отличным сеттингом, короче, для продолжения этой истории. Тут беспокоиться, как бы Королевскую битву не сделали. Во-во-во, ща-ща-ща, начну. Королевская битва? Да, Саша, хватит уже шикать, ты заклебал. Что с тобой не так? А людям интересно озвучку послушать. Да, озвучено представителем актера Мэтт Фаргуса. Так, сейчас надо спасти Ермака, mm-hmm. и он будет потом нашим товарищем. Ну, кстати, могут сделать Королевскую битву. Вы с Тетриса же сделали. Кстати, неплохую. Я играл немножко. В этой тоже будешь по темной жопе немного лазать. Немного будешь. Немного, да. Тише, тише. Человек. Как вы. О, Господи! Так это она про вас кричала. Живой! Вы за ней? Я помогу. Хоть какой-то толк с меня. Так, девушку отвели на допрос к начальнику базы. Ну, тут ничего нет, по-моему, да? Ну, входу пронести не смогу. Охраны куча, но вход может и получится. Идемте, только не спешите. Заметят и конец нам обоим. Стоп. Вам на свет лучше не показываться. Обучать стелсу. Да? Тут говорят, следующее метро надо делать про Екатеринбург. Всего 7 станций, 1 час игрового времени. Смешно. Нормально, да. Ну, зато, знаете, как шутерок на вечерок. Анимации лицевые какие-то грустные, да? Грустные, да. Слушайте, ребят, ну после Red Dead Redemption вообще очень сложно смотреть на анимации. Вообще многое грустно. Что в игре с освещением? Я не знаю, что вы имеете в виду. Слишком светло, что ли? Так, продолжают обучать на стелсу. Да, сейчас уже. Тихонько подберитесь к ней. Да сейчас подберусь. И что там стоит какой? Богатырь. Ганзеец. Нормально, говорит, метро в Питере. Нет, друзья, пупая, честно. Да нормально. Че ты, Саш, нормально? Ну, если сравнивать с парижским и московским, то, конечно, так себе. Что, а что тебе не нравится в питерском метро? Или сеульским, например. Что тебе не нравится в питерском Все. Метро? Например. Нет, серьезно. Вагоны, станции, названия. Мне ничего не нравится вообще в питерском метро. Ну, это какая-то херня, если честно. Метро как метро. Нормальное метро. Ну. Еще Саша. Там есть как минимум один плюс, которого нет в московском метро. Там есть посреди станций... Да хорошо. Там есть посреди станций многих ларьки, где можно, например, водичку купить. Это да. Вот. Так что, молодцы питерцы, гордитесь водичкой. Ты знаешь, Максим, говорите, речь, игру еще не прошли, а рецензию на сайте уже успели покупать. Я почти прошел. Я реально, мне там осталась часть последнего уровня, небольшая. Так что, я считаю, что впечатлений как бы достаточно.
идемте. Вот козел, пишут. Вот козел. Кто, я? Не в чате, нет, это здесь там титр был. А, титр был. Я уже думал, мало ли кто-нибудь из Питера там, не знаю, вот закозлил. А нам в ту дверь нужно. Попробуйте отвлечь его. Вон мусор всякий. Киньте рядом, может сработает. Говорит, ну да, еще на Андромеду все агрились. Ну, ну друзья. Как-то every dog has a day, да, то есть каждой игре свое время. Okay. Так, отвлек. То есть нас сейчас на самом деле вот здесь вот обучают в таком режиме стелсу. Ой. То есть надо банки кидать, надо еще что-то делать. Но я, честно говоря, друзья, вот прошел уже половину игры, где-то не так, конечно, много, как Максим. Могу сказать, что забил на весь этот стелс. Просто беру дробыш и вот так. Нет, я, кстати, мне нравится. Мне нравится по стелсу проходить. Как раз. Так, а что, Пугачёва там висит на стене? Нет, там какой-то рандомный календарь из 80-х. Ну, почти Пугачёва. 86-й. Так, все, выбиваем дверь с ноги. Чекиста, бей. Опа. Бей. Политрука? Морда просит кирпича. Кирпича, да, точно. Опа. Готово. Кстати, по лору напомню, что наш герой Артём, он вообще такой мега крутой чувак, который все время разбирается мега сухой ударом, короче, приклада в лицо и так далее. Нормально, нормально. Он рассказывает так. Да, 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 конечно же. Вот, сука, уже можно. А вот, но все-таки писец. Пропала собака. Три года. Доберман. Сука. Блять. Ебаная страна. Так хочется сказать, конечно. Диалоги написаны великолепно. Да. Говорят, следующее метро будет продача грядки и соседей мутантов с песьями головами. Это будет. Мне кажется, это будет мобильный спин-офф. Не тревожься. Не тревожься. В общем, объясняю. Дело в том, что эти ребята действительно до сих пор уверены, что после уже ядерного апокалипсиса война все еще продолжается. Да тут так и по это все понятно. НАТОвцы где-то сидят там буквально вот на границах. И все это время Москву они держали... И все это время Москву они держали за, скажем так... Под глушилками, короче. Да, радиоглушилками. Чтобы из Москвы не мог никто связаться с внешним миром, и в Москву никто не смог дозвониться. Андрей Иванович, зачем вы нам помогаете? У меня была... позже расскажу, надеюсь. Идеальный просто, мне кажется. У меня была... позже расскажу, надеюсь. Это, в принципе, фраза, которая описывает... весь сценарий. Привет с Байкала передают. И вам привет. И вам привет. Главное, чтобы целлюлозный завод закрыли там, друзья. Надеюсь, когда-нибудь я все-таки съезжу к вам там. Я очень хочу Байкал. Съездить, да. Только завод закроют, инфраструктуру построят, и я прям сразу. Ну да. Мы играем на PS4 Pro. Да, мы играем на прошечке. На проше. Хороше. Прош хороший. Вот, да. На ПК мы не стали играть, потому что разработчики нам пока еще не представили код на ПК. Но мы жадные. Да. Нам было лень покупать. Да, но мы жадные. А опять же, зачем покупать, если уже есть код как бы на другую платформу? На отличную консоль, самую популярную консоль в нашей стране. И что? No реклама.
О, с Дальнего Востока привет передаю. Спасибо. А с как, насколько дальнего, а? Владивосток или Петропавловск? Пешком, Саша, а? Пешком, Саш, не дойдешь. Не дойдешь, это вот факт. Насколько дальнего. Давай, киляй, киляй этого, черт. Да не буду я никого килять, мне пройти просто надо, нафига мне кого-то килять. Мне он туда. А я их им перекилял. На самом деле пробежать даже могу, в сущности. В принципе, можешь, но лучше давай. Я пробегал в итоге, потому что меня кто-то там заметил, и я такой побежал. Как кура. У меня вам вон туда он надо. Внимание! О, Господи. Дошло. В очке у вас произошла диверсия. Максим. Максим. Все, побежали, хер с ним, надоело. И не увидишь больше, все, пока. Привет с Ямала, спасибо, привет. С Ямала? С Ямала. Ого! Ты вообще видел, Макс, где Ямал на карте находится? А я тебе могу сказать, что это очень не близко. И это вообще... Слушайте, дорогой... Ишат. Я не хочу сюда. Я прям буквально с уважением. Вы молодец. На Ямале жить, мне кажется, это уже свершение. Саш, ты как-то сейчас странно все. Ну почему? Ты, Макс, был когда-нибудь на Ямале? Ты вообще тут, на карте увидел, где говорят, он находится? Тут говорят, что дозвониться не могли из Глушилок. Окей, я там объяснил, почему на Москву никому не мог пешком дойти из других городов. А вот только что там показали, показали, что бывало с людьми, которые доходили пешком. Вот эти вот люди дошли как раз, до Москвы, да. Их там просто расстреляли. Ну, нахер. Да, да. Потому что не за май. Так все и было. Так, а что? А, это пока еще... А книжку почитай. Это еще не верстак. Да, ничего интересного там не пишут, Саша. Ну, не пишут письма. Опять же, ладно, пусть там, пусть будут хоть какие-то сюрпризы у людей, которые будут играть. Тоже верно, да. Потому что в этой игре, кстати, надо сказать, очень много есть текстов. Ну, ножики. Ножички. Я, кстати, вообще не пользовался. Я пользовался. Ну? А! Тише-тише. Во-во, стоит, да. Давай мы прям в этот. В дыню. В череп. Там еще кто-то есть, сорян. Сейчас. Да ладно, начинай перестрелку уже. Нет. Скандал начинай. Скандал. Не, у меня пока... У меня патронов мало. Сейчас. Ты знаешь, а я вот в этом месте устроил скандал. А, или стоп, или я здесь, по-моему, или я слез тут. Помню, не, что... я просто скандал устроил. Нет, я не, нет, я здесь тихонечко проходил. Скандалы это не мое. Ах ты мразь. Группа А, доложите готовность. Давай, давай, давай. А, весь твой стелс, Максим, да, одним местом пошел. Пошел именно им. Сейчас тебя этот. Перекорочунит. Перекорочунит? Возможно. Так, где? Вон, 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 вон. Двери. Да даю, даю. Готово, готово. Так, а мы же играем на харде, да? Да, конечно. На Найтмаре. Бля. Так, дяденька, не бейте. Тише, 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 тише. Да что ты тише, тише, Саша? Я не понимаю, вот часто что тише, тише. Все уже. Прячься. Так, вот этот меня заколебал. Вон там справа, видишь? Да какой справа? Здесь он есть. Хер. Так, у меня патроны закончились, Саша. Отца! Где-то тут был труп. Да где труп-то? Справа, справа. Вот там. А, да, точно там. А! А! Опа! Вот и нету. Таракана? Таракана. Вот и съели великана. Так. Ну, надо, я думаю, лезть наверх тогда. А, надо, наверное, обобрать его для начала. Сейчас. Не стратежно воюешь ты, Максим. Пофиг на уж стратегия. Надо сидеть где-нибудь в углу и кричать. Вы мне еще Крым вернули и так далее. Что? Это правда. Стата. Актер Сухорукова. Суходрочево. Держи. Да, опа! Да, тут можно и так. Постолсу. По стелсу. Вообще такой стелс, все как надо. О, потроши, потроши. Где там кто? Он так спрятался, хорошо, чувак. А? Он сейчас тебя вот там спрячет, чувак. Ой, а что это ты, что это у нас лагать так начало все? Так PlayStation 4, Максим, не надо бы играть в нормальном боярском ПК. Она же про. Про.
казалось бы. Вот именно. А если бы у тебя был ПК, там, не знаю, 64 гигабайтами там чего-нибудь? А если бы у меня был этот краткоствол? Тогда, возможно, и стрим бы не произошел. Да. Произошел бы просто обычный Максим Шутин. Не исключено. Как там говорят, управление с геймпада? Да нормально. Чё ты такой злой спрашиваешь? Сидишь, орёшь. Ну видите, что творится? Чё они? Беспредел, друзья. Мы ни на какую концовку не делаем уклон, мы просто сейчас... Нам лень начинать заново. Да, с учетом того, что я вообще не проходил эту игру еще до конца. Вот, я и понять не имею, какая концовка будет. О том, что их несколько, я узнал-то буквально, может быть. Да, они же всегда там по две, по-моему, в каждой игре. Да, по две. Как минимум. Там, типа, счастливые, несчастливые и так далее. Говорят, у вас в пар в FPS попал, да, вероятно. Возможно. О, аптечка. Ай-ай-ай. Сейчас. Кого? Кого видишь? Тебя. Меня? А чё, зачем тебе мне видеть? Зачем тебе мне видеть, а? Сейчас прикольно, сейчас прикольно, чувак заглючил, кстати, телепортировался. Так, кстати, бывает. Я несколько раз вил заиграл так со мной. Ничто. Давай, давай, мочи, мочи. О. И последнего. Давай вот такой. Бэм! Бля! Как сделал. Да, еще раз напомню всем, что по лору Артем это просто такой какой-то супермутант. Супер, да, не знаю, супербизон там, или как это назвать еще, да? Из то армии есть... Хаб-Хаб. А, да, кстати, противогаз правильно говорят снять, да. Местный, да, снимай. Я забыл. Вот, то есть такой вот местный Рэмбо, который мочит вообще всех. Тише-тише-тише. Ненавижу, когда орут. И говорят, тише-тише, Саш. Тебе водички принести? Нет. А если принесу? А, ну принеси. А, это не взрывоопасные бочки, жалко. Мне никакой, спасибо. Да, уйди ты. О, нормально пошло. Ну, супергерой Артем говорит, вырубается одного удара. Да, тут, кстати... Я в одной локации, там просто на сыре прошел на чистом один эпизод. Я просто. Меня тоже провалился стелс, мне было лень начинать сначала. Я просто бегал и всем раздавал. Вот так вот. Светить хоть, ребята. Не видно же вас. Ничего. А, окей, хорошо. Если бы все носили все время противогазы, не было бы претензий к лицевой анимации. Ну, кстати, да. Кстати, да. Если PS5 на старте будет 50к стоить, будете брать себе лично? Ну, 50к это, конечно, много, но надо смотреть. От многих факторов зависит. Да, да. Саша, вот смотри, интересный вопрос. Да. Если PS5 на старте будет стоить 50к, будешь брать себе лично? Для работы, да. Но если бы я был просто... Нет, вот домой себе. А, ну я понял, так, ну в смысле тебе нужно будет в любом случае по работе, но если... В любом случае мне нужно будет по работе, да, посмотреть на это. Но если бы я был обычным юзером, я бы задумался. Но, с другой стороны, я бы пошел на сайт, который продает современные компьютеры, посмотрел бы, какой компьютер подходит такой категории, увидел бы, что он стоит 120 как минимум тысяч, угу. И взял бы себе PS, взяв кредит. Еще такой, знаешь, вот. Нормально. Я бы, наверное, да, я бы, наверное, все-таки взял, потому что, ну, один раз 50 тысяч заплатил, и на несколько лет, в общем, есть у тебя доступ к играм. Ну, их про кэшин тоже надо покупать, но зато у тебя так есть вот, уже платформа. У нас, наконец-то, сепары поймали, местные. Сепары. Ребята, это мы! Помогите! О, а я?
Всем заткнуться. Невероятно. Невероятно. Такой просто звучка прям невероятно. Ну так, подрабатываю, колымлю. Тут оказались. Впрочем, не важно. Ты не представляешь, во что вы влезли. Теперь куда ни кинь, всюду клин. Ганза, этого так не останешь. Наблюдатели не позволят. Нет уж, я не замолчу. Зачем нужна эта глушилка? Почему они скрывают, что Москва не одна? Товарищ, да, в котловане. Из других городов. Вот этот вот, короче, звуковой дизайн еще офигенный, когда есть, это бывают эпизоды, когда все начинают говорить одновременно, как бы, и это явно не задумано так, это просто, ну, не спланировали сцену. Монти Пайтон. До 101-го километра, друзья, вот кто вот знает, что такое 101-й километр, отпишите нам в комментариях. Значит так, мужики, Артем, Сань, уж мы, к сожалению, не знаем. Такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя. А то по законам военного времени... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока... Такой все сапог не уляжется. Вообще, правда. Да, какая драма, как в худших русских сериалах, пишет Василий. Да? Так, да, так есть. Да, друзья. Вот я говорю, я вот, в частности... Чернобыль — зона отчуждения, короче, вот сериал буквально вот сосет по сравнению... Я в частности, и из-за этого я просто блевал первые несколько часов от игры. Просто блевал 2-3 часа безостановочно дальше, чем видел. Если не мы, то кто, Максим? Потом стало лучше. Потом стал лучше. Сейчас, да, да. Отчасти потому, что мельника сраного стал меньше, кстати говоря. Да, да, да. Спрашивают, рассказывают, откуда у мельника ноги. Ну, а, протезы металлические. В прошлой части, по-моему, была какая-то история. После прошлой части, это, да. Мы сидели в метро, считая, что весь мир сгорел во время войны. Во-во, откровение. А на самом деле Москву просто отгородили кольцом радиоглушилок. Красота! Окей. Ты где живешь, детка? В России, хоть и постъядерной. Никто тебе правду не скажет. А че опять противогесты? Я же вроде снимал. Сними, сними. Да вот я не могу, сейчас уже не могу. Врал тебе, мне, да всем вообще. Всего. Это кто пернул? Извините. Что главное, Максим, в паровозе? В паровозе? Котел, наверное. Главное, топка. Максим, в паровозе не пернуть. Это Ганза приехала. Опять же, друзья, если вы знаете, что такое Ганза, обязательно пишите в комментариях, потому что я уверен, что мало кто вообще знает, что это и с чем это ассоциировано. Ганзейский союз. Ганзейский союз. Ну что, 16-17 век, все нормально. Тут говорят, что вот Анна Рози в конце прошлой части не была беременна. Я, кстати, не помню. Кстати, я тоже забыл. Интересный вопрос. О, боже мой, там сказали «Ёпт, Саша!» О, божечки! Но все равно, по-прежнему, писец. Писец. Есть вот черта, за которой они боятся еще перешагивать. Там есть еще замечательные персонажи, точнее, будут буквально вот через часок, как мы поиграем. Бандиты. Ну, и мне очень нравится, как они говорят: «Эй, сука, ты петух дырявый!» Вот такими словами они выражаются. Это все, ну, короче, чики-брики. Чики-брики, да. Я маслину словил. Так, ну, в Москве на поверхности говорят, и надо противогаз носить. Ну, во многих местах. Да, да. Во, да, многих. Да. Не могу не согласиться. Вот на Ленинградском шоссе, например, на шоссе энтузиастов. На шоссе энтузиастов? На Ленинградском проспекте, да. Да, на шоссе вот тоже. Вот 3979, строение... 39, строение 79. Саше, да, или Максиму. Да, не забывайте присылать нам ваше соленье, да, варенье и костюм Мукомола. Пишите, а лучше рисуйте. Да, и напишите нам, нарисуйте на этот адрес. Серьезно, нарисуйте, потом покажем. Безумный себе. Макс на рельсах, говорят? Ну, но... там дальше будет еще... Безумный Макс по-казахстански. На Каспийском море. Там реально будет Безумный Макс практически. Опа! Вот, кстати. Между прочим, наш постоянный зритель, так сказать, Кит. Ну, здравствуйте. Китович. Уже давно не видел вас вместе. Икс. Аж на душе тепло. Присылает нам 500 рублей. И говорит: спасибо вам и удачи. Сейчас он говорит электронным голосом, потом я перезвоню. Саша, зачем два раза? Ну, серьезно. Здравствуйте. Давно не видел вас вместе. Аж на душе тепло. Ваш дуэт еще бы на GFI видеть.
Спасибо вам и удачи. Мы скоро начнем куплеты еще петь. Таран-тан-тан-тан. Таран-тан-тан. Пам-пам-пам-парам. Пам-пам-пам-пам. Ты на гармошке, я на укулеле, там на гитаре. Как там это было там? Если вы хотите, кстати, в этом жанре посмотреть какой-нибудь крутой ролик, обязательно берите в Ютубе «Опасный поцик поет частушки». Так, ладно, это не обязательно, ладно. Что, как нет, это обязательно? Нет, я в смысле, я сначала собрался пойти там раздать, потом понял, что это не обязательно. Там туда не можно. Но «Опасный поцик поет частушки» — это обязательный ролик. Это опасно. Приз получен. Марсианин. А у меня нету разве этой ачивки? Странно. А что, за что она дается? Так, проползай. В Красноярске, говорят, нельзя без противогаза выходить. Это жалко. Печаль. Да. В Москве не лучше, друзья. Нет, ну тут есть нормальные места. Нормальные места. Например, особенно в Новой, например, Москве. Там еще туда-сюда. Ну, там еще туда-сюда, да. А в Подмосковье как хорошо, а в Мытищах каких-нибудь? А, нет, в Мытищах нехорошо. Ну, подожди, в Мытищах же водится огромное. Ты еще скажи в Химках. Хороший город, Максим, словом Химки не назову. Или, не знаю, там в этом, где еще... В Люберцах. Угу. А Люба, Люберцы мои. Что за чушь? Почему они не обсуждают игру? А что в ней обсуждать? Все и так видно. Все и так понятно, друзья. Мы уже к тому же. Мы поделились своими впечатлениями. Она нам нравится, это факт. Да? Сначала кал, потом не кал. Все просто. А вот сейчас буквально минут через 20 начнется вообще зашибот. О, ишь ты. Что вам еще обсуждать-то? Что вы от нас хотите? Что вам нужно от меня, мрази? Вот, вот как я с вами. Макс, ну ты прям взбесился. Просто. Сердится. Так, во. Да, надо снимать моды. А, кстати, да, тут по-другому экономика работает. Кстати, здесь нет торговцев. Есть гораздо более продвинутый крафт. И... В эти самые модификации можно так просто... А, мне же нужно закинуть бомбу, да? Модификации можно тоже бесплатно, самостоятельно ставить. Все, прыгай. Господи, извините, пожалуйста. Я надеюсь, там только вода была, Саша? Да, только вода. Это хорошо, потому что ты меня облил. Я тебя облил. Облил. Ну, извините. У меня теперь мокрые ноги, Саша. Ну что ж, я могу, Максим, взять даже геймпад, чтобы ты пошел их видеть. Сейчас. Минут через 10 возьмешь. Ну хорошо. Как раз час пройдет. Мы договорились с Сашей, что мы будем играть час я, час он. Что чтобы же? Никому не было обидно. А, то есть мне достанется самая нудная часть, да? Тебе же нравится на Волге. Да я там вырос. Вот. Так, 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 так. И его. Опа! Господи, Сэм это вообще... Сэм это потрясающий персонаж. Просто... Мы сейчас начнем играть в часть, я обязательно просто постою. Вот. И весь его 10-минутный монолог вот просто вот прослушаю. Игра... В принципе, очень хреново озвучена. В принципе, очень хреново озвучена. А Сэм озвучен особенно там есть, хреново. Но вот там есть два персонажа, которые вот они особенно херово, потому что они иностранцы. Вот один это Сэм, а второй это будет, короче, на Каспе, и будет такая героиня, короче, Гюльнара. Вот. И там просто такой казах фейс. Ты вот так вот. Знаешь, как Black Face есть, это казах фейс. Там вот просто вот так, все стереотипы, короче, как. Ну что ты, Сэм? Русским стал со Сэм, да? Как говорят, типа, вот люди такие, интересно, как вот должна говорить женщина родом из Казахстана? Вот, ну, там вот как в анекдотах из серии. Они такие, а ну есть же анекдоты, мы озвучим так же, да, сущий, да? Вот, короче. В Америку сяду, будет догляду. И при этом маленький спойлер, там есть, короче, ну, спойлер, не спойлер, как Саша говорит, там есть, короче, момент такой, когда можно найти в одном месте можно найти, короче, кассету с записью, аудиозаписью, на которой, в частности, появляется та же самая, как бы, Гюльнара, только она ей там меньше лет, как бы, но она уже, как бы, в сознательном возрасте, да, она уже говорит. И она говорит там на чистейшем русском языке. Вот. В Америку саду, будь догляду. На, Саша! А, все, то есть ты мне отдаешь, да? Ну что ж, поехали. Простужусь, умру. У меня в отпуск скоро. Как же так? Ну, Саша, ты умрешь в своем отпуске, Максим. Я к тебе приду, сначала тебя заражу. Дай мне очнуться. Мы сейчас
Ну пойди, отряхнись. Куда мне отряхиваться-то? Впиталось все, Саша, все уже. Ну тебя могу отряхнуть. Да, точно. Фон в норме. И у Степана тоже норма на дозинке. Можно дышать без масок. Так, значит, не враг. Че ты делаешь? А я не знаю, как это на PlayStation делается. Давай, поделись видеоклипом. Да, нет, кто? Ладно, окей. Кто не врал? Почему ты молчишь? Не он! Что кто? Это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена. Объясни, наконец, хоть что-нибудь. Хорошо. Начну с главного. Война не окончена. Вот сейчас он начнет вот это вот просто вот лепить вот эту вот всю тему. Горбатого. Отвратительный персонаж. Ужасно. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение не подавать признаков. Разбомбить Воронеж. Единственное возможное решение. Ракеты Сызрань, которые превращают любой город Сызрань. Да, превратить Воронеж в Сызрань. Покрывающие территорию Москвы. Был разработан план Bullshit. Влад говорит, привет, с совка начинается, конечно, да. Да-да-да, привет, совка прям во все паруса. Мельник просто, совок Сэмуа. Совок Сэмуа? Сэмуа, это его как бы, да, это должно быть. Нет, нельзя. Я сам доступ получил полгода назад. Под грифом «Расскажешь, сдохнешь». Ребятам врал, что метеостанцию охраняют. Под грифом расскажешь, сдохнешь. Если нельзя назад, как насчет. С ВДВшной вот этой еще фурагой, это просто вообще есть отлично. Саша, интересно, Саша, а где он купается в день ВДВ? Фонтанов-то нет уже. И арбузы все закончились наверняка. Черт! Наверное, он ходит убивать черных. Фу! Извини. Ну, расизм. То, что ты сейчас сделал, называется лампшейдинг, кстати. Ну да, то есть я с одной стороны вроде типа, как бы никого не обидел. Нет, ты такой, ой, нет, ну я в домике, все нормально. Уничтожили патрульный бронепоезд и удрали из Москвы. Тут и трибунал мне нужен. Дороги домой нам нет. А раз так, надо двигаться вперед. Что еще за командование? Командование обороны Москвы. Слышала про невидимых наблюдателей? Нет! Слышала, но это же просто... А, окей. Не сказки. Это они и есть... Басни! Уверен, что они Москву защищают, а не свои задницы. И что за ковчег? Если Артём поймает позывные, все узнаешь. А если нет, то и говорить не о чем. Because fuck you, короче, ответил Мельник. Этот ковчег... Все грехи спишет? Нет, но если есть идеи, что делать, милости прошу. Да, есть. Найти место, куда людей из Москвы вывести. Как Артём мечтал. В Ярославль. Отличная идея. Куда еще? В Норильск. Знаешь, давай... Саратов. Саратов, конечно. Волгоград. А не всей Москвы. Всех посадить в Гумраке. Это самое лучшее из Волгограде, название аэропорта. Гумрак. Гумрак. Вы пролетаете в Гумрак и сразу понимаешь, ничего хорошего у тебя. Тьма и Гумрак. Мы знаем одно. Здесь нормальный фон. Да, дышать можно. В Самару предлагают. В Самару. Ты знаешь, я уже давно предлагал переименовать аэропорт города Саратова в честь Мане, а в Самаре в честь Моне. Вот, чтобы наконец-то эти два города перестали путаться. Опять не знаю. Тут... Что они сделают, узнав, что в Москве есть выжившие? Это важный, важный дело. Снова не знаем. В Украину. На Украину. Нам недавно ООН сообщила, что на самом деле правильно. На. Зато мы знаем, что нам врали. Каким образом? А, там что-то украинцы в какой-то момент возмутились, что в каком-то там документе официальном ООНовском было написано «на Украину». Вот. И комитет там, не знаю, по языкознанию. Комитет, комитет охраны тепла. Охрана тепла там, короче, языка. Вот он сообщил, что русский является одним из языков, короче, там, международного общения в рамках ООН. Там среди 6 или 7 там, языков. Там, английский, там, французский и прочее. Вот. И по правилам русского языка надо говорить «на». Представь себе.
Ну и на Украине, естественно, там подгорело сразу все. В Украине, ладно, окей, друзья, мне по барабану, как? Все равно нам туда входа пока нет. Господи, Мельник, Максим, что ты мне дал поиграть? Самую интересную часть? Да сейчас уже. Тут это, короче, спрашивают у тебя тем временем, мол, к черту Мельника. А, да, ты, кстати, давай ищи ковчег. Давай, работай, да. Слышь, работать. Спрашивают у тебя, Александр, почему игры Mail.ru? Да заткнись ты уже! Надоел. Хороший вопрос, спасибо, Макс. Короче, Александр, а почему игры Mail.ru не купили, не стали пытаться приобрести себе игроманию, которая в итоге ушла основателю Канобу? Все-таки такой бренд, который отчасти вы и развили. Во-первых, она никуда не ушла, а Гаджи Махтиев, который является основателем Канобу, работает сейчас там просто операционным директором. Так. Конец вопроса. Вот так, друзья. Это еще не конец ответа. Но конец это, ответа. Быть, только начало еще, может быть, вопрос. Прекрасной дружбы. Прекрасной дружбы, да. Да твою мать. Господи, да сколько же вы будете? Всем привет, Комбрейкер. Не смотрел обзоры. По вашему мнению, от 1 до 10 игра насколько тянет? Ну, я поставил 8,5. Я поставил 8-9. Вот где-то так вот. То есть это, конечно, не идеал, вот, но эту игру начинаешь реально искренне любить через какое-то время, когда с ней проведешь. И это время для меня заняло, наверное, часов 7-10. Ну, правда, вот опять же, тут, как правильно наш коллега Кирилл, которого вы знаете. Который криво крышу крыл. Который, да. Который и перекрыть Кирилл, крышу пригласили Мишу. Как он, мне кажется, правильно сказал, что, конечно, ну это стрёмная тема. Давай уже, найди эту чистоту сраную. Да подожди, сейчас найду. Вот. Типа, как он правильно сказал, удерживай правую крестовину. Саш. Вот-вот, все он сказал. Да до этого же можно было. Короче, он правильно совершенно Кирилл сказал. Я считаю, что, ну, конечно, это... Ну, такая тема, когда про игру говорят, типа, ну, там нужно... Ты там перетерпи первые серии 7-10 часов, а потом станет хорошо. Мне не слышно. Да там не надо слушать. Пока ничего, Артем. Да заткнись ты еще, блин. Не, да не здесь. А потому что ты там болтал, я ничего не услышал. Да, конечно, ты и так промотал, там ничего не надо. Все, вы Far Cry New Dawn стримить будете? Мы вчера его стримили. Вчера стримили, друзья. Да. Если вам понравилось, можем еще постримить на следующей неделе. Тут говорят, что Мельник похож на Ройзмана. Ну, тут говорят на чувака из фонда «Город без наркотиков» ЕКБ. Ну, видимо, Ройзман. Похож. Во, наконец-то. Что? Ты имел в виду? Да, именно это. Проект Ковчег — это целый подземный город. Огромные запасы, техника, лучшие специалисты. Это ставка верховного главнокомандующего. Там все руководство страны, и они начали возрождать страну. Мы расскажем им, что Москва жива, что все было не напрасно. И все изменится, все, вы понимаете это. Начинается новая жизнь. Но пасаран. Сапог плюс ватник плюс шлем, Максим. Это все. Ну, в общем, полный. Можно одеться полностью с ног до головы. Вообще. Голосом Мельника, говорит, порнуху бы озвучивать. Голосом Мельника из туалета занято орать надо. Вот что надо голосом Мельника делать. Занято. И больше ничего. Ну, слушай, Максим, это в конце концов такой персонаж, да? Вызывает он у тебя эмоции отрицательные или позитивные? Давай мы даже просто про голос. Главное, их просто вызывает. Слушай, дело не в том, дело даже не в персонаже, мы про голос сейчас говорим. Ну, обычный озвучивский голос, господи. Нет. Причем я, кстати говоря, так получилось я. Не так давно. Сэм, русским стал совсем. Тогда за Аврору!
Так получилось, я того же актера где-то не так давно в каком-то кино услышал. И он нормально озвучивает. Поэтому, какой вывод мы делаем из этих как бы двух вещей, Саша? Мы делаем очень простой вывод. Ну, какой же? Здесь мало пиздили его. Знаешь, нужна режиссура в таких делах. Поймали, Максим. Спасибо. Вот, короче, нужна режиссура. Звукорежиссер — это тоже важная работа. Режиссер дубляжа. Вот. Человек, который пиздит. Здесь не пиздили. Так, ну слушай, у нас ты мне дал самую интересную часть поиграть вообще, да? Ну давай на Волгу. Так давай послушаем разговоры Сэма, например. Ты хочешь послушать Сэма? Конечно. Ну, послушай Сэма. Сэм расскажет много интересных историй. Может, говорят, актер сидел на толкане, пока озвучивал. Не исключено. Не исключено вообще. Вы знаете, как вообще. И у него не очень получалось при этом, поэтому... Да. Он говорил, мышонок. Максим вовремя отдал геймпад. Я знал просто, к чему готовиться. Абсолютно. Что, Моисей наш? Чуешь, какой воздух без намордника сладкий? Полусладкий. Терпи, Макс, терпи. Может, за водичкой пока сходить? Мы же пролили все равно оставшиеся на твои ноги. Вот я впитываю через кожу сейчас. Как раз. Темным? Темным теперь. Не-не, это ошибочка, кстати. Потом дальше черными начнут их называть. Ну, это здесь конкретно. Здесь ты темный. Почему-то. Сами в своем лоре запутались. Ой, какой философ, просто идиот. Опять вспоминаю эту, короче, реплику Ани, ну что, загрузила? Прости, что ты меня на философию потянул? Как говорит наш зритель ДФС, ДФФ, мне кажется, у игры слишком много пиздостраданий. Есть такое? Есть такой момент, друзья. Ну, к счастью... А где у нас в России мало пиздостраданий? Ну, так-то уж, давайте смиримся с этим. В России живем. Ты понял, а? Да. Понял? Глупо человеку всю жизнь чужие приказы исполнявшему о таком думать, да? Ну так на то я и идиот. Я просто не слушал все это. Я сразу пошел дальше играть, потому что мне было больно слушать. Вот. Я дослушал, Макс. И поэтому ты должен перетерпеть сейчас, мне кажется. Нет. Сейчас. Сэм русским стал не совсем. Это не Сэм. Это не Сэм, Дамир. Это Дамир, да. Если радиации нет, получается, мы теперь всех из Москвы вывести можем? Нет. Гражданин американец. Совсем мало отъехали, а радиации нет. Это у вас в Америке, может, так все просто. Кстати, вот задний фон мне очень сильно нравится. Он настолько напоминает, вот, например, Подмосковье такое вот типичное, да? Вот то есть как по Щелковскому шоссе как будто едешь. Прям бы... до станции Загорянка, не знаю. Следующая станция — Подлипки дачные. Вот так Зосимо, вот хочется услышать. Зосимово, да? Пустынь. Очень классно. Зосимово пустынь? Нет! Ни хера не красная, не классная. Ну, ощущение классное. Зосимовые пустыни? Нет. А Подлипки дачные чем тебе не угодили? В Подлипках дачных я пару лет назад бухал рядом. Было норм. Только там на участке толчок был, дело было зимой, и было холодно какать. Естественно, примерзал, так сказать. Зато там рядом был курятник и куры. Они делали вот так? Они, Саша, делали все. Отлично. Стрим на PS4 Pro. Спрашивают опять. Слушай, давай дальше играть, Саш. Я сегодня ничего не слушаю. Он уже про Моисея, про Рэмбо, про все Максим сказал. Пока ты тут про Подлипки дачные, про то, как в сортире сдрал с курами. Светлое солнце. Я рейдер почитаю. Все явно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Не уважает Максим русскую фантастику. Просто воздух чистый. Дышать можно, я обрадовался. Показался и сказал, я обгадился. Что? Получается. Что он сейчас сказал? Обрадовался. Обрадовался. Куда мы без них после Т6?
личный состав должен быть товар. А нам с тобой, брат, не положено. Наше дело маленькое. Думать о хорошем и не давать дуракам в метро друг друга истребить. Кто, блин, если не мы? Кто, если не мы, Максим, а? Ну еще 20 раз. Слишком умный. За подлипки дачные тебе говорят респект. Го геймплей тебе говорят. Дэн Ром подписался на канал, привет. Обрадовался, что он гадит. Мне вот задний фон очень сильно нравится. Прям настолько вот ближний Подмосковье, наверное. Прекрасно. Слышно, что говорю. Так что дважды зря все делаешь. Где? Так не слышно, мы же делаем. Кстати, ну вот, я как дебил с книжкой этой дурацкой дефильтрами и поехал. А тут нам как раз патроны заводские пригодились бы. Мало ли кого встретим. Ниже еще можно. Саша, не надо микрофон трогать. Трогал микрофон? Нет. Еще ниже, еще ниже. Вон бегунок справа. Точно. Господи, друзья, я знаю, что надо к карте прийти. Я мало того, что сейчас к карте приду, еще с Саней пойду поговорю. Вы хотели стрим? Вот вам будет стрим. Ладно, все, я сам устал уже от этого графоманства. Наконец. Но, друзья, могу признаться, когда я проходил, например, этот эпизод, я выслушал все до конца. Ну, нечем гордиться, мне да, кажется. Это факт. Абсолютно. Это пример, знаешь, как гордиться тому, что... Андрей Иванович, а вы давно с этими, с глушилок, работать начали? Да год почти. Они меня чем-то... Все хорошо, уговорил Максим. Опыт мой поможет жизни метро сберечь. Возблагодарим Господа, друзья. Ты что, я наконец-то перестал это слышать. После долгих лет в подземелье воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил. Мы аж обгадились. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. Саша, даже сериал... 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента. Домашний арест смотрел. А Максим не смотрел ни того, ни другого. Оказывается, все не спаслись. Максим заболевал. Только где они... Мы не знаем, что не русский ты человек. Мы не знаем, как английская озвучка. А какой же я человек ты, Саша? Когда доберемся до... Хрен тебя разберет, Максим. Надо разобраться. Кто ты такой, чтобы... Созвать худсовет. Кто ты, Саша, такой, чтобы отказывать мне в моей идентичности? Я поклонник сериала «Домашний арест». Снова нечем. Маленький отряд против оккупационных армий. Уел. Каковы шансы получить ответ? Что-то реально скучное начало. Оно особенно скучное из-за того, что Саша решил слушать всю эту пургу. Собственно. Пусть подожди, загрузочка пойдет. Она тут не быстренько идет. Бывают, здесь бывают длинные загрузки, да. Ну, сейчас мы приедем на Волгу, там, церковь. Вот сейчас начнется. Вот там мне тоже пока еще не понравилось. Мне после Волги начало нравиться. После Волги вообще ураган идет. А там, да, ну все равно там уже как-то, знаешь, церковь царя Водяного, отец Силантий, чики-брики. Однажды отец Ануфрий, гигантский сом, обходя окрестности Онежского озера, обнаружил Максим оголенную Ольгу. Отдайся, Ольга! Ольга отдалась. Озолочу. Осигнациями. Осигнациями осыплю. Ольга отдалась. Отведав оного,
Отец Онуфрий от оплаты отказался. Ольга угорела отца Онуфрия оглоблею, а отец Онуфрий окочурился. Тебя, Саш, надо оглоблею угреть. Что я тебе скажу? Сам играю. Да при чем здесь это? Че здесь игра? Это просто... Все на букву. Да ладно! Серьезно! Эй! А может, ты не знаешь? Конечно, не знаю. Может, для кого-то из наших зрителей сегодня будет открытие? А, зрители? Не знаю. 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента. Я думаю, они прожили без этого открытия. Давай, жми. О, все, наконец-то удерживайте все. Повезло же им, что 2000 километров железки целы. Кстати, да. Кстати, да. За 20 лет нам сколько они в метро там торчали. Это... Говорят, расчлененки не хватает. Да, расчлененки здесь особо нет. Ты как, родной? Ничего не застудил? Да какая разница? Держи, разморозим тебя немного. Просто выйду на дорогу, хер свой брошу в лужу. Как думаешь? Бухлишка же залезла, никому не нужен. Ямантау. Отец только и думает об этом. Как заслужить прощение, вернуться в метро и зажить своей прежней жизнью. Той жизнью, от которой ты всегда бежал. А я тебе не верила. Посмотрим лучше на горизонт. А сейчас вот смотрю на туман и думаю, что за ним наша новая жизнь. Мы, кстати, скоро уже будем подъезжать к мосту. Ох ты! Костер! Люди! Там люди! Зазвонил колокол недобро, Максим. Сатана! Сатана! Халима! Так, давай. Калима? Калиматорный прицел знаю, калима не знаю. Огневой контакт! Четверо, дрезина! Всем руку! Поездка на паровозе нужна какая-нибудь своя уникальная музыкальная тема, как все дальнобойщики. Наш вот. Паровоз вперед летит. Ну, на самом деле, отчасти она здесь есть. Тут просто здесь повторяю несколько раз, я, по крайней мере, заметил, несколько раз за игру. Ёкарный бабай заметил. Ёкарный бабай, да. Повторяется, короче, это самое. Песня «Дорога» группы «Аукцион». И а еще просто... тут повторяется песня. Я сам себе не возьму. Да. Это раз... А, точно, вот. И да, и как бы и так меня это бесит. Потому что мне когда-то нравился аукцион, но это, во-первых, время прошло, во-вторых, это самая просто затертая попсовая песня, которая в принципе у них есть. Вот. Если даже вам хотелось, короче, вот, типа, найти какой-нибудь песняк, и вот обязательно даже аукционовский, чтобы он тематически подходил, ну, сука, можно было хотя бы «Дом на колесах», блядь, поставить. Честно. Ну, хоть, хотя бы не так блевотно было бы. Узнаешь, что у них на мосту. Если получится извините. Языка взять еще лучше. Аня, прикроешь его. Есть! Можете я с Артемом? Как усиление? Нет. Получить. Пока в ситуации не разберемся как? От Авроры ни на шаг. А они в паре уже работали, справятся. Ермак, когда сможешь починить Аврору? Пока не знаю. Может день, может больше. Понял. Ну что, поехали. В общем, так, наш паровоз вперед не полетел. Все сломалось. Пошли, Артем. Ну, там на самом деле не проехать. Там мост, короче, типа разобран, поднят, точнее, поднята секция моста. Я буду долго гнать велосипед, тут подсказываю. В глухих полях его останавливаю. А, это вот, да, это клёвый рюкзак, в котором да, есть инструменты для крафта. Сам очень крутая штука, удобная. Не, а токарев вообще классный чувак. Мы там осторожнее только. ТТшник. Я попросил. ТТшник. ТТшник. Блокпост этот. Из говна и палок. Окей. Они были на солдат похожи, а? На регулярную армию. А, тут R1 надо удерживать, да? Деды какие-то. А, вот. Ну, давай, ладно. С калашом пойдем. Помните, большая часть страны или уничтожена врагом, или оккупирована. Или оккупирована! Даже те, кто говорят по-нашему... Возможно, не наши. ...защищены врагом или служат ему. Ясно? Господи. Пристрели его, Саша, заколебал. Да тут жена уже там тебя ведет. Все, все, так, все, пошли. Пойдем. Спокойно. Все, пошли. Домой. Спускаемся. Домой. Он слышит колокол. Пойдем туда лучше, чем этот папашка. Такого безумного. Так. Пошли сразу собирать лутан. Нормальное благородное занятие. Проверишь, что там? О.
О, потроши. А, тут, кстати говоря, есть два типа ресурсов. Один называется химоза, другой он называется... Он называется растворитель, нет, или что? Ага. Думает, короче, да, мама. Химия и металл. Сынок-то мой строитель, раз на кухне стоит растворитель. В общем, химия и металл, да. И из этого всего собираются потом потроши и все остальное. Так. А, еще надо, да, еще надо оружие чистить на специальных стаках регулярно, потому что если оно... Если оно у вас говном каким-то облипло, то... Если там, например, вы в болотце где-нибудь будет, покупались. Да, там, да, то да, будет да. клинить постоянно. Это так бесит. В смысле, когда клинит. Ну, в результате, клинит, кстати... Но, кстати говоря, когда я... Когда у меня с какого-то момента, когда, знаете, выучился подходя к верстаку просто, как раз, подчищать, вот, у меня стало норм, вообще перестало, по-моему, клинить. Лучше не найти. Так. Идем туда. Полписечки. Макс, ты можешь, пожалуйста, Влада Зименкова забанить к чертовой матери? Потому что он кажется козлина. Мушейник, как говорится. А, делается там. Кликаешь на него, короче, и он сразу... Не, вот... Там вот... Да-да-да. Ага. А, о, там... о. И заблокировать его нахер. Не-не-не, настройки, не настройки. Не, нормально. А, ну навсегда можно его тоже, конечно. Ну, что ж, мудакам ну, удачи и ад. Ну ладно, не сохранить игру, кстати, вот очень полезное вообще, на самом деле, действие, сохранять игру. А, во, еще что. Вот это действие тоже. Вот это навсегда. Навсегда. Как от бычьих зрителей отказываться. Ну, просто буквально. От бычьих зрителей. От бычьих. Да, это не зрители, Саша. А это не зрители, вот так. Слово всякое спамерское. Как игра? Да нормальная в итоге нормуль, игра. Нормуль, хорошая, да? Ребят, 8-9. То есть в зависимости от личного отношения. Мне показалось, что начало слабое, но потом становится круто. На чем построена, говорят, спрашивает любовь Анны Артема. В Last Light'ах желание перепихнуться было вполне объяснимо. Но что заставило их продолжить отношения? То, что Артем молчун и подчиняется любым приказам? Мы не знаем! Но, кстати, то, что Артем молчун, интересно, конечно, здесь реализован, потому что, да, я все время, каждый раз, когда кто-нибудь начинает разговаривать с ним... Я не знаю, слушай, у тебя был такой? Каждый раз, когда с ним кто-нибудь начинает разговаривать... Все идиоты. Да. Нет, о, нет. Кстати, подсказка. Да есть, да, но это у тебя заглючило. А что у меня ну вот. У меня не было, а, вот ему там, например, какой-нибудь мельник там, или Анна, или кто-нибудь еще там насыпают, там, в общем-то, длинный такой монолог, вот. Типа, а он стоит и молчит. Я каждый раз представляю, что он стоит так вот надменно, супер надменно такой смотрит сверху вниз, такой, да, когда вы уже заткнетесь? На всех абсолютно. А я думаю, что он как Герасим, наоборот, такой, в ответ, знаешь, они такие, да-да, конечно, да, такие, и дальше опять. Как обстоят дела с FPS на плойке? Да в целом, норм, единственное, у нас вот сейчас был сейчас момент. Немножко настало, вот. У нас был момент, там, когда, да, как говорят, туман в FPS попал, вот, да, что-то слегка подлагнуло, но я вот, когда играл, в целом я не замечал проблем, при том, что у меня плойка обычная. Вот, даже не про, дома я имею в виду. Я собираюсь апнуться через некоторое время. Это часть про технофобов, да, это на Волге живут. Вот церковь царя Водяного. Церковь царя Водяного. Пожалуйста, сейчас там будет этот у них чант, типа электричество, грех. Сейчас. Вот. Да, вот отец Силанти. Вот отец Силанти, сейчас все пойдет. Какое, естественно, плохо. Какое железо надо, я не знаю в точности, но на 1070, как мне говорили, подтормаживает норм, мальца. Да. Говорят, да? Подтормаживает. Немножко подлагивает. Ну, типа, ну, Миша, он играет, но да, он жал, что немножечко есть. Кстати, они то электроборцы, то техноборцы. Они все разумные борцы. Эти. Мракобесы. Кстати, их так назовут. Так, как там, я не помню, вот так. Пушку пока уберем. Мы ж типа не... Спокойно, братья, спокойно! Супостат! Супостат. Вроде постапокалипсис с декорацией, как в любой деревне нынешней России. Разница никакой. А, собственно, друзья, забыли, где живете, что ли? Буквально. Такое, Саша, не забывается. О, ты, говорят, Герман Стерлигов поднялся. Правда, боже, я уже и не надеялась. Мы с дочкой тоже не отсюда. Силанти нас уже год в церкви держит. Да, мостовики говорить серить и камень не станут. А я все расскажу. Артём, уж насмотрелась я как-то. Ох, техноборцы! Подручные Силантьевы явились.
Он их как издевает. Не знаю, но комментарии есть. Ну, сейчас я почекаю. Явно что-то там у нас там. Друзья, если кто нас на Ютубе смотрит, скажите, у нас все нормально? Мы, в смысле, мы есть на Ютубе? Должны быть, потому что комменты есть от вас. Игра называется... Как игра называется? Посмотри название ролика, она называется. У нас есть описание стрима, да, просто в названии стрима написано. Ну, что вы, друзья, ну это же метро. Ну, пожалуйста. Это метро исход, да. Последняя часть заменительного сериала. Не, мы онлайн. Да куда? Вокруг монстры и бандиты. Ну, то есть что-то отломилось тут, наверное. Ну, это просто здесь статы почему-то. Что-то, да. Он хороший. Он все-все починить может. То есть на суммарно где-то 4 сейчас, да? Ох, как у бабушки в деревне, говорят, эх, благодать. Бегите, если схватят, рыбе не свои скормят. Это PS4 Pro, PS4 Pro, да, Pro, необычный. 10 занавесок из 10, говорят, мое почтение. Ну, слушайте, если сравнивать Red Dead Redemption, то это, конечно, слабо, да? Но в целом на современный уровень это вот... Никита извиняется за тупость, ну... Строго говоря, не вы один такой. Это самый распространенный вопрос, при том, что всегда есть. Жизнь на... такая, Никита. Всегда есть, да? Название в названии игры, в названии стрима. Почему-то в 100 раз вопрос задают. Забыл, чтобы кроме него ко мне никто. Вот я ему расскажу. Ты можешь уже выходить, Саша. Че ты слушаешь так? Мне интересно. Давай. Я лезь. Вот не слышал ты. Лезь в окно. Ладно, все, полез. Полезай в сраную Еву Синди. Давай. Слушай, ну опять сейчас придется убивать людей. Не обязательно, можно тихонько пройти. Не люблю стелс. Что? Определись, что ты больше не любишь, убивать людей или стелс. Ладно, виртуальных людей можно убивать. Хорошо. Ну, не настоящие. Запомните. Если люди настоящие, их можно убивать. Если настоящие, то ни в коем случае. Говорят, чувствуется атмосфера первых частей сталкера. Ну, не знаю. Так, вот, вот он, падла. Так, как там у нас по стелсу? Хотя все-таки забыл. Другая. В смысле? Слушай, я забыл. Когда подходишь? Как нож-то, да-да-да. Не надо обязательно. Можешь квадратик нажать, там просто. А, там же вырубишь. Просто, да, сразу быстро вырубан. Есть, точно. Все. Опа. И рюкзак с него снять. Опа. Спасибо за пиар, ребят. Все как договаривались. Твердый знак, 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 твердый знак. Дима, мы тоже тебя любим. Дмитрий Глуховский лично нам сейчас прислал 50 рублей и сказал: спасибо за пиар, ребят. Что ж, за твердый знак, твердый знак. За что? Влад спрашивает, за что меня трансляции ВК забанили. Напомни, Саша, что Влад написал. Гадость какую-нибудь, наверное. Нет, погоди, там что-то было похожее на спам. Возможно. Кажется, да. Возможно, мы вас не так поняли. Через неделю все будет хорошо. Все будет хорошо. Вы знаете, мы как училка в школе злая, да? Да, да. Мы вначале реагируем, а потом разбираемся, кто виноват. Мы сначала, короче говоря, линейкой по рукам, а потом уже... Уже разбираемся, кто драку затеял и так далее. Меняю позицию. Буду встречать женщину с ребенком. Но ты справишься, я знаю. Так. Где, собственно, эти господа сектанты? Ага. Так, ты тут все заперто. Не туда, а тебе нужно по-другому. Да, мне нужно по-другому войти. Непонятно. Не помню, как я же проходил ты. По-моему, как ты быстро это все сделал. Ну, там вот сейчас, по-моему, вниз как-то. Нет? А как нет. Ты? Ну, там можешь еще вниз спуститься. Нет? Подожди, посмотри. Твою ж мать! Куда ты зашел вообще, Саша? Там, нет, я вот с башни и спустился. Так. Так, интересно. Вот я вырубил одного чувака, вырубил так, второго чувака. Да, пошел изначально. Ну да. Вот. Ну все, ладно, уже не будет стелса. Давай. Вот хер тут с ним, туда стелсом, иди. Короче, да. Не пошло. Как он трясется, глянь, а? Говорят, что Еходус... Ну, это, ребят, друзья, вот автору этого комментария, короче, который я сейчас зачитаю, я хочу сказать, ну, это толстый наброс. Старайтесь лучше. Так, говорят, что Еходус провал года, и издатель игры намеренно выпилил игру из стима, чтобы игроки массово не обоссали там игру и не возвращали деньги. Полная, это, не, это не провал. Полная неправда, потому что это отличная игра, на самом это деле. Это не провал года. К ней есть вопросы, как к любой амбициозной игре. Попробуем из Восточной Европы. Вот, безусловно, много вопросов. Вот, но это не провал года. Реал, старайтесь лучше, если уж набрасываете. Нет, фиговая пушка. Возьму обратно ту, которая там была. Давай револьверного типа... А эту разберем. Да. На запчасти. Да не на запчасти, у тебя просто она появится, ну, сама. Появится потом, да. Взять. Кстати, вот это отличный момент в этой игре, что вот можно разобрать любую пушку, и она тебе потом...
Ну, извини, я его запугать вначале хотел, думал, он убежит. Запугать. Кстати, они сдаются иногда. Иногда сдаются, вот так вот стоят. Да, вот. Там бывает такое. Все, по-моему, сейчас они как раз будут сдаваться тебе. Они уже там заговорили, что типа, ух, страшен. И... Да все это. Да. Мне повезло. Что ты будешь делать? Я помню, тут 100 лет искал, куда идти потом. Да. По-моему, куда-то вниз, туда. Да? Типа. Ну, вот в ту сторону. Куда-то в целом. Судой. В целом туда. А в этой части убийства врагов также влияют на концовку, как в Last Light. Поехали. Можно убивать без последствий. О! Ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, ты собака, я 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 собака. Нет, вы мудак. Нет, вы мудак. Вы не собака. Знаете, друзья, не будем так делать. Вы просто мудак, да. Надеюсь, вы порадовали за ваши 50 рублей. Блэк Милн подписался на канал, привет. Здорово. У нас тут... Так, слушай, все-таки не туда. Да как можно здесь заблудиться? Я вот тогда заблудился, тебе честно говорю, когда первый сыграл. Как ты это делаешь? Тебе вот туда, в целом, опять же. Вот судой, да? Тудой! Вон, подожди, там еще кто-то сдался, надо его вырубить вначале. Ну, стоит человек, видишь, опасается. Надо ему сделать. Опа! Вот так попробуй где-нибудь. Сейчас попробую, да. Это лодка. А, погоди, или лодка где-то должна быть? Или чё? Не помню. Иди туда! Level design! Все, я буду тобой руководить. Вот! А! Фу, слава тебе, Господи, все. Видите, под моим руководством наконец-то все получилось! Максим ткнул пальцем, так сказать. Так, а... Тудой. Да, тудой. Все как положено. Ау. Сейчас задам пока важный вопрос нашему продюсеру. Надеюсь, он его прочитает. Ты там не хотел, что ли? Такой, что ли, вопрос ты хочешь задать? Нет, не так. Так, давайте посмотрим, как он плывет. Ты собака, я собака. Ты собака. Жан своего добился за 50 рублей. Ты собака, я собака. Там такой шум поднял. Обнять бы тебя сейчас. Но надо Катю и Настю на Аврору отвезти. Так что увидимся там. Сверься с картой. Тебе туда, похоже, сейчас будет проще доплыть, чем пешком. Ну, все верно. Только проблема в том, что здесь в окрестных водах живет такое животное, которое называется сом. С большим усом, как мы знаем. Царь рыба, я бы попросил. Во, во. А вот его прихвостни. Сейчас мы подожди, веслом огреем немножко. Себя веслом огреем. Саша Реал, короче, сначала делает предупредительный, над головой очередь дает. Такой, у тебя патрон, а, у тебя заклинило. Нет, все есть, заклинило просто. Давай. Траки, блин, вот на хромой собаке. Мне кажется, можно плыть уже, давай. Их надо, главное, распугать, то есть их убивать не обязательно. Стоит ли покупать эту игру на PS4 Slim? Будет ли видна разница между PS4 Pro? У меня не Pro, мне было норм. У меня не Pro, и я, честно говоря, не сильно вижу эту же разницу. Точнее, у меня не то, что не Pro, у меня Xbox. Да. Самец. Да, Саша играл на Xbox. Я играл, да, на Xbox, который, причем не тоже там XXX, да. Во-во-во-во-во-во. Давай. Сомик. Ты знаешь, Макс, у меня в детстве был аквариум, и там жили сомики. Они были такие милые. Это чмо на них совершенно не похоже. Ну, это большой сомик. Давай же. Писай меня. Так, все. Князь на горшке меня спас. Руку давай. По шее тебе дам! Это, бля, что было? Вот бля. Опять же, вот бля. Можно. Но есть еще черта. Суку которые... можно, бля можно. А вот что нельзя? Пиздец нельзя почему-то. Пиздец. Рандомно. Меня вообще старик в дозор отправил. Говорит, сиди тихо, приключений на жопу себе не ищи, без крайней жопа можно. Не вмешивайся. Жопа можно. Насрать говно и жопа. Да. Собственно, Минкультура разрешил. С оккупантами, я так понял, ты по-тихому управился. Молитвами и крестным знамением?
По каким по-тихому, там вон там народу постреляли, вообще покрошили, только надо. Человек 20, да. Поменяемся с тобой, а? У меня, кстати, тоже такой был момент странный. Я тоже там, у меня не получилось пройти по стелсу, вот, и я, да, там народ пострелял, вот. А потом почему-то это какой-то, в каком-то другом моменте мне сказали, там, ну вот, в церкви тогда получилось, типа, тихо, давай, и сейчас. Я такой, как тихо там, каким местом тихо? Пять разбитых черепов. Там до сих пор хронят. Реально. Пылесосвету жить хочет. Вообще, конечно, это нечестно. Выдернули меня из Москвы, и что? Сначала уголь в топку кидай, теперь в болоте сиди и в бинокль гляди. И в мешок меня, и копать меня. Хотя тут есть возможности сувениров домой привезти. Глянь-ка, там самолет валяется. Мне только оставь там чего на память. Что, крыло? Я не знаю, хвост? Какую под часть самолета тебе оставить? Под крылом самолета. Как Пит. О чем-то поет. Привязанный захер пилот? Привязанный захер пилот, Максим. Главное, ребята, перцем не стареть. Главное, в танке не пердеть. Ну, это так-то, да. Так, тут надо, кажется, мяч надевать будет. О, вот это вот. Божечки. Божечки-кошечки. Смотри, все нормально. О! Как вы думаете, если бы Half-Life 3 вышло в таком виде? То, что? Топчик был бы, я думаю. Не вышло же. Ларри подпил. Ларри Милый Смайлик подписался на канал. Не знаю, как еще это прочитать. Привет, Ларри Милый Смайлик. Как вам недавно вышедшая игра? Вампюр. Извините, я только так буду читать. Вампюр. Вампюр, да. Вампир, ладно. Говорят, говно. Так и не поиграл. Сейчас задумался, стоит ли вообще покупать или нет. Я не играл. Наташа играла. Наташа, я так понимаю, в целом не понравилась. Ты знаешь, с кем я не говорил, и с Наташей, и с другими нашими коллегами. Ни одного пиздивного. Говорят, не надо в вампюра. Вампюра вообще нет. Не играйте на всякий случай в вампюра. Отсюда нам до Москвы точно не добраться. Спасибо, Сергей Меньшиков. Сергей Меньшиков, 100 рублей. Спасибо. Знаете ли страшные истории про заброшенные станции московского метро? Конечно, есть не ли одну. Среди них интересные? Со мной была страшная история на одной станции московского метро. Меня менты стопнули. И отобрали пиво, которое я пил. Ай-яй-яй-яй. Да. Ну, был у меня, к сожалению, такой период, я и не горжусь. Вот. Тогда уже запретили, но я еще по инерции это делал. Нет, слушайте, на самом деле на московском метро есть очень много всяких таких легенд там про гигантских крыс. Крысы-мутанты в подвалах Кремля? Да, крысы-мутанты в подвалах Кремля. Подросток повесился из-за рубля. После аборта она стала бездетной, и вот так он пришел незаметно. И припев. Что? Полный пиздец. А, окей. Полный пиздец. Слушай, Сергей Владимирович Шнуров, группа Ленинград. А, хорошая, я не слушаю. Хорошая классическая песня. Я Ленинград в последний раз слушал, не помню когда. Когда про Лубутена пели. Когда дачники вышли из серии. 15 лет назад. Ну, окей. Значит, 15. Максим, вы старый. Так, смотри, зайчик. Так, сейчас, подожди. О, сука. Да? Ты как вообще? Я хотел зайчика подстрелить. Да все уже. Может, нассадим туда? Вот как массы. Это не постал, Саша. Ты перепутал игры. Ладно, окей. Буду сидеть его сторожить. Зачем? Спрашиваю тебя. Зонадом. Я люблю зайчиков. Зачем? Это какая-то... Не зайчик, это какая-то вот херь такая другая, вот неприятная. Ты патрон не трать, сейчас их у тебя пока еще немного. Так, а мне же нужно... А, в обратную сторону. Тебе на поезд надо. Примерно вот сюда. Обратно. На поезд. Ну, поехали. Можешь еще раз? Давай, Максим, эти. 3, 4. Давай, 3, 4. Извините. Мне уже это нравится. Почему-то очень смешно. 3, 4. Так, тише. Крокодил. Ну, его не крокодил. Надо. Крокодил. Крокодил — это вчера был, в другой, Саша. Да, ну, да. Ты понимаешь, мне всегда вспоминается просто момент из Мимино, мой любимый, да? Айниде Грин. Крокодил. Сейчас как раз на крокодил выходишь, вот так обходи. Не-не, подожди. Вон у тебя. Да я знаю, вот сейчас вот за бревнышком пойду его, и все, и крокодил не заметит. Конечно.
Так, а этих можно... А, у них же там нет ничего. Вон там, вон лежат чуваки, их можно облутать. Тише. Саша, чужое, халява, взять, вижу, взять. Вижу, взять. Ого, ого. Чьи-то записоны, но это не важно. Главное, во. Луц. Сейчас, говорят, допрыгайтесь в текстурах и застрянете. Ну, кстати, может такого... такое быть, да. Нет, со мной вот такого прям один раз со мной бывало тут такое, но я, правда, там тут... допрыгался до такого, что потом обстрял из них. Тут бывает другое иногда, вот это меня реал бесило, когда, так, типа, вот ты идешь, вот, и вдруг у тебя, это причем 50-50, иногда бывает, иногда нет. Это не граната, Саша, да, это извините, нож. Я просто перепутал. Так вот, когда ты идешь, все нормально, и вдруг иногда... Вот туда, направо, там. Знаю, но сейчас обойти надо вот эти вот кусты. Вот, и вдруг, например, у тебя на дороге появляется там какое-нибудь, вот, не знаю, полено просто. Вот реально просто полено. Вот, и иногда нормально, ты просто перешагиваешь через него. А, да. Еще разок. Иногда ты через нормально перешагиваешь, вот, а иногда вот ты просто упираешься в него как вот в стену в невидимую. И нужно либо перепрыгивать еще, аж перепрыгивать реально, либо обходить. Вот это тупо. Говорят, ну сталкер же, ну похоже. Ну, да, да, как бы. Ребят, теми же добрыми руками. Ой, извини, пожалуйста, жена, я тебя случайно чуть не прикончил. Вот, ну, как бы люди, которые, да, разрабатывали, соответственно, метро, они как-то делали сам первый сталкер. Они же 4A Games основали, вот. Прости, и, понимаю, да. Ну, как бы антураж понятный, сеттинг, да, тот же примерно. То есть тоже как бы постсовок, постапокалиптический. Ну да, простите, ржавый совок. Наш любимый жанр. Мы нигде особо не я как-то, пишет нам зритель в Ульфране, я как-то по стройке прыгал в детстве, меж плит застрял, бок объектных коллизий моего детства. Блин, слушайте, ну хорошо, что вас достали. Да. Теперь вы сами там так, достались. Так, все, ладно, пойдем с этим, с Артём, господином. Артём, спасибо вам. Если бы не вы, нам бы точно не уйти. А так они все отвлеклись. Артикуляция. А там и Аня нас просто... встретила. Зато костюм отличный. Да, дядя Артём, спасибо. Телогречка. И за МКАДом, говорят, только снег. Добрый, нет, красивая. Кстати. Это вот. На Волге пока только снег. Е-е. А так там я много чего будет. Говорила, как тебе со мной дичь? Вот это мне как раз в итоге и понравилось, в частности, нам что это гораздо более разнообразная знаешь, игра. И в том числе в плане антуража. Была бы у нас команда. Одна лечит, в детстве многие лечит. В стройке или в заброшках застревали. Да я тоже, честно говоря, в детстве бегал, ну, бегал по стройкам. Строек еще много было, знаете, в 90-е. Максим, у нас просто в детстве не было игровых консолей. Не было, нет, вот, кстати, поэтому были, и бегали, кстати, по стройкам. Да нет, были, дебилы. Да, Дэнди уже было, вот. Короче, как минимум, СНЕС была. Вот, просто стройки никто толком не охранял, они не были толком закрыты, и поэтому туда пробирались, все было у нас. Услышали, что место на интересно. Вот и выжили сюда. Не все. Кто ж знал, что тут сектанты власть захватили? Такой постсоветский естественный отбор. А раньше, говорят, тут хорошо было. Ты это тоже будешь слушать, Саша? А вы с мужем? Не, ну слушай, там же любовная линия специально есть. Там Степа Катя за ним подкатывает. А спойлеры, они поженятся. Простите. Fuck you за ваши спойлеры. А ты чего куксишься? Чай невкусный. А ты чего куксишься, Максим? Чай невкусный. Диалоги невкусные, Саша. Давай. Ладно, же геймплей. Хорошо. Специально для тебя пойду с Мельником разговаривать, Макс. Если тебе не нравятся диалоги вот с этими. Прекрасно. Подойди, пожалуйста. Не переживай. Артём молодец, что спас их. Катерина сообщила нам важную информацию. Не загнали ли себя разработчики в тупик, назвав игру «Метро»? Может, РЖД надо было эту часть назвать? Есть уже бренд, как бы. Нам необходимо, чтобы привести «Аврору» в порядок в разумные сроки. Ермак один не справляется. Так что, как будешь готов, давай в порт за крестом и сразу обратно. Будем думать, что с этими святошами на мосту делать. А теперь мы точно из-за этого спойлера играть теперь нет смысла. Ой, пипец, спойлер, ребят. Прости, да нет, ну это шутка, естественно, была. Ну, да. Конечно, шутка, да. Мы хоть что-то знаем. Нет, что про свадьбу не шутка, да. Запутало, к шутке или нет? Нет, шутка была в чате, что теперь из этого спойлера играть невозможно. Быть, они наверняка серьезно. В любом случае, добравшись до кого-то там еще. Мы узнаем все. Андрейку забанил. Руководство Москвы — это так, местное самоуправление, по сути. Так что сейчас нам нужно ты местное самоуправление, по сути. Преодолеть этот проклятый мост. Ты проклятый. Может, я вас, Саша, застрели его, нахер, не могу больше, Саша. Слушай, он наш тесть, нельзя. Да пофигу, тем более. Что жена скажет? Выдвигайся лучше в порт. Я, Саша, я дважды женат, я оба тестя такие, что...
Я бы застрелил. Продолжай. Я бы застрелил. Но мне все-таки жалко. Он хоть и тесть, но все-таки человек. А вы вот гаргулями. Интересно. Видишь, у нас демонами кличут, а вы вот гаргульями. Да. То есть это они на Южном Урале слово гаргулья знают. А в Москве это знают про Ганзейский союз. Какие кресты? Кресты, не кресты, а крест. Это персонаж. Надо найти, да, персонажа по имени Крест. Покажите апгрейд. Апгрейд покажите. Какой апгрейд? Не знаю, кино, наверное. А, тут же надо поговорить с этим, с Токаревым. Как тебе рюкзак-то? Не трёт нигде, не давит? Крепления не бренчат? Давит, бренчат. Аж оглох. А, нет ещё верстака. Сейчас он тебе подарит воздушку. Тихарь. 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 Пневматика. Но мощи хоть отбавляй. И пули к нему легче легкого делать. Кстати, да, вот ему пули можно без верстака. Да, это удобно. Буквально вот из говна и палки. А то не выстрел получится. Ну, там есть у него свои достоинства, согласен. Безотказная штука. Уж я мне особенно нравится, когда там появляется этот модуль, который автоматически его подкачивает, если у тебя падает до определенного уровня. Ой, да. Это очень круто, очень удобно. То есть вот так можно вот. Опа. Ну, то есть, да, обычно его надо подкачивать, да, вот. А есть модуль, его можно потом поставить, найти, поставить. И он будет автоматом. Возвращаюсь к мельнику, короче. И... Систему апгрейда покажи. Да здесь система апгрейда. Саша, достань рюкзак. Ох, ладно, хорошо, сейчас. L1. А тут где-то верстак был. Да нет, он потом появится, пока еще нет. А, пока еще нет. Рюкзак, да? Просто. Так, кстати, можно наверняка атачменты какие-нибудь приоттачить. Да, приоттачим что-нибудь. Между прочим. Потому что потом у нас появится верстачило. Вот, да, здесь можно, это крафт. Здесь можно крафтить всякую. Вот это пульки, вот шарики, например, пульки только что сделал, для... Да. Тихар. Вот так вот можно вот перебирать, например, оружие, да, и смотреть, что на нее можно повесить. Ну, вот давай вешаем. Ну, здесь нормально повешено. Вот шляпу вот такую, например, еще можно прицельно на нее повесить. Барабан. Там. Вон тут здесь, кстати, да, можно вот, прикладить. Такой вот модуль. Да, ну и, соответственно, и на тихарь тоже что-то можно будет. А, да, ну давайте еще раз заново откроем. Давай. Говорят, о, воздушка, да, воздушка. Воздушка, воздушка в принципе, правильно. Норм. Хотя мне нужно, мне пришлось к ней привыкать, но... Ну, нормал, я не знаю, я так нормал, и не привык. Я в итоге... Нормал. Было, да, нормуль, нормуль. Ну все, да, нормуль. Нет, ладно, все нормально. Так, что-нибудь изготовить? Ну, вроде больше ничего не надо. Цветовая гамма слишком светлая, не находите? Это вы еще тайгу не видели. Это, да, друзья. Ну, все нормально. Угу. Вы калаш в самолете забыли, говорю. А зачем он нам нужен? Ну, смотрите. Ну, смотри, то есть, вот еще раз, да, на секундочку. У нас... Что у нас есть? Я пыталась, конечно, что... Оптику на нож, плиз, говорят. Окей. Вот, у нас воздушка. Так. У нас, и два револьвера? Секундочку, да, вот. У нас... Это что? Это ублюдок. Ублюдок. А, мать, да, твою. Слушай, а, нет, нет, ублюдок это шотган, все это нормально. Шотган, да. Шотган, нет. Нет, пистолетик нельзя апгрейднуть. Да. Хотя, нет, там можно его, можно ствол удлиненный поставить. Можно, а это... Нет, у нас два револьвера именно, Макс. Мы с тобой... Нет, это не револьвер. Ублюдок, это не револьвер, Саша, в натуре. Это, который ты нормально. Ну, патрон-то револьверный. Все, пойдем. Ладно, окей. Мерзко от него бесноватого. От вас мерзко. Так вот. Бодзин, да, вот это мне нравится такой, да-да-да. Очень удобно. Как ножи бросать. Вы знаете, кстати, не очень удобно. Почему-то непредсказуемо. Иногда такое ощущение, что попадаешь рукояткой. Серьезно. Да, практически, да. Почистить от говна не забудьте. А мы не можем пока почистить. Чистить можно только на верстаке. Верстачка нет, но мы до него... Но он появится потом, да. Там ТТшник еще не все обустроил. Он же Токарев. Токарев. Тульский Токарев. Лодка сделана просто ужасно, честно могу вам сказать. Лодка очень неудобно сделана. Да, грести просто, это тупил, пытка. Как вообще надо грести? Потому что я пропустил подсказку о том, что грести надо курком. А-а-а. Так, вон, там глянь. Тут не, пока еще они потом полезут. Ну, там поближе уже. Ну, там сейчас еще самец подплывет. Самец. Нет, он на воде. Сомец. Они... А, самец он не, он в другом месте будет. Здесь не будет сомца. Возьми ублюдка. Позвони, но... Возьми ублюдка, мразь, тварь. Ну, поменяй оружие. Ладно, так, ладно, сейчас померяю. Давай, плыви уже. Вверх. Спасибо, плыви.
И качает, как будто скользит. Ну, тут нет, реально, лодка очень тупо. Вот особенно, знаешь, что я вспоминал, Саш? Я вспоминал God of War. А-а-а, как там лодка сделана. Потому что ты там постоянно, ну, очень много, точнее, на ней плаваешь, да? И там все сделано вот, прекрасно. Обрати, кстати, Максим, перебью тебя. Секундочку, вот, обрати внимание, видишь, вот лежит там, короче, газон. Такой, говно? Нет, газон. Газон. Ну, автомобиль, да? Да, я понял. Вот ржавый. А, несмотря на то, что по лору, в общем-то, все говно произошло уже в наше время. В 2015 году. Абсолютно. Вот, все равно вокруг ты не увидишь ни одной ржавой Kia Rio, короче, да, ни одного Volkswagen Polo, там, не знаю, вот и прочее. Да, вот да. Не, ну это деревня, ладно, здесь ты еще да, можно понять. Да, увидишь только вот но старый вот советский, тот самый наш ржавый совок, который мы так любим. И который был за себя мил... говори. Чистотки, я не люблю. Я не люблю ржавый совок. Ладно, мы не будем к этому, к этой теме возвращаться, мы уже ее сегодня обсудили. Во-во, самец, видишь? Тебе не туда случайно, Саш, направо тебе? Вон да, туда. Да, да, сюда, 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 именно сюда. Сумец как раз тебе как бы намекает. Сумец мне, да, намекнул, что... Пожалуйста. Волга, тайга, пустынная какая-то. Какая еще открытая локация будет? Зачем вам все рассказывать-то? Ребят, поиграйте, no spoilers. Поиграйте. No spoilers, то, наверное. Да не, на самом деле, там это не такие уж спойлеры. Тебя плюются, давай, все, вылезай и вижу. Плюются, да, пошли, да. Вот, типа... Я тебе сейчас плюну. Я лучше даже... А, быть сохранить нельзя. В бою. В бою. Ты в бою, Саша. Тихонько в бою. Да, ну нет, ты все еще в бою. Ну, пройди дальше. О, здрасте. Это называется зверочеловек. Зверолюд. Зверо... А в английской... Кстати, а в английской версии, знаешь, как называются эти монстры? Я случайно назвал. Manimals. Manimals. Иномарки. Иномарки были, кстати, говорят. Тебе... Я не видел. Я не видел здесь иномарок. Я вот тоже не видел. Я видел только Жигули сплошные там и Волга ржавая. Да чтоб ты, блин, поздыхал. Блин. Просто это как вот мой сосед по прошлой своему квартире. Что он так на тебя бросался каждый раз, когда приходил домой? Такой же назойливый просто. Так. Школьные парты. О, сей. Сифок. О, короче. Короче. О, Сталкер 2, говорят. Очень интересно. Такое... Такой фурор вызывает то, что игра похожа на Сталкер, но это как бы не новость. Потому что это люди сделали, это которые люди делали Сталкер. Люди делали те же, да, люди делали, которые были заняты в разработке Сталкера. Сама игра тематически очень близкая, сеттинг всегда был очень близкий, как бы. Ну да, она похожа на Сталкер. Теми же добрыми руками. Так, надо сменить патроны. Патроны заканчиваются, да. У тебя вообще мало. Слушай, тебе надо покрафтить, Саш. Крафт. Надо покрафтить. Так, ладно, пошел крафтить. Давай, крафти. Уголочек подожди, заберу. Доставай рюкзак. Прости, это даже не рюкзак, да, будем называть это этим. Ранцем. Ранец. Ранец, учебники, тетрадь. Ты пенал не забыл сегодня? Опять забыл. Да что ж с тобой? Максим, понимаешь, это у тебя проблема. Слушай, пока вот я без вот этой разгрузки, хоть 60 патронов, скажи. Да, тут очень неудобно. Тут потом, да, появляется просто можно... Тут есть просто, да, помимо разного оружия, есть еще, можно немножечко апать экипировку, и можно надеть очень удобную разгрузку, которая, ну, в которой дополнительные карманы для патронов, и после этого становится качал. Норм. А до этого все время, да, не хватает, ужасно, ужасно. Ну ладно, ничего, я помню, что я как-то этот момент пережил, и у меня потом появилась сразу как-то куча патронов. Пуньк. Я даже... Так, куда идти-то? Ага, тудой, в общем, тудой. Пойдем тудой. Пойдем. Налево. Да, выходи. Тудой, тудой. А, подожди, подожди. Сейчас надо еще так вот сделать. Как там? Во, вот так. А что не горит? Глюк опять. А, во, во. Все. Все. Выходи. Еще раз налево. Узнаешь забор, Максим? Ничего не напоминаю. Конечно. Сталкер, Саша! Блин, жизнь наша это напоминает собачью. Так, подожди, это я не так сделал. Только вот так сделать. Ну да, туда. Ты, кстати, аптечку покушай. Аптечку зачем?
А, ладно, все, все уже ново. Ах ты! Писька! Тараканье! Я не знаю. Да, вот и клешную мышцу все отломил. И твою мать! А у тебя не было такого момента? Нет, с этими я не дрался. Вот, еще главное, клешню выкинул. Вот тебе. Тебе лучше... А, ну тебе можно там, на самом деле, через второй этаж надо было зайти. Там можно. Просто. Ах, вон, ты факт. Ну, сейчас тут зайдем. Хоть там аукать крест. Все нормально стоит будет. Стоит ли модернизировать железо, рекомендуемого из-за этой игры? Ну, как я уже сказал сегодня, с нами делился впечатлениями наш главный редактор Миша Ватник. Вот. Он говорил, что у него, кажется, 1070 видюха. И он говорил, что подлагивает. Но в целом он играл, как бы. Ну, играл. Ну, то есть, наверное, да. Наверное, стоит. На всякий случай. Так, я помню, что надо к нему залезть. Через вот, хангар. Через, да. А там сейчас на... Там вот эти, гули. Козлы, короче, вот начнут... Козлы! Назвать. Козлы! А ну-ка, банку, подавай! Ну не ругайся, Юрик! Козлы! Кто понял, тот поймет. Слушай, а я вот по солсу тут не пробовал, кстати. Я тоже. Давай. Можешь поджечь. Можешь не жечь. Можешь пердак ему поджечь. Слушай, может, я вот так проберусь, смотри. Блин. Я говорю, по-моему, тебя заметили. Не, видишь, они сидят, что-то там харчуются. Харчуются. Все, захарчевались. Да блин, надо было квадратик. Надо было. Я еще лучше треугольничком. Ладно. Ща. Ё-моё! Извини, Максим, не у меня руки кривые, управление кривое. Все, танцор виноват. Так, ну я знаю, что сейчас к этому чуваку надо прибежать, и он поможет нам с ним справиться. Exodus — американская трэш-метал-группа, образованная в 79-м году в городе Ричмонд. Exodus является одним из основателей жанра. Спасибо за этот важный очень и поучительный факт. Культурологический момент, да? Буквально. Да? Кстати, вот эту штуку тоже можно хватать, и от нее будет там нам... Да, можно, это, собственно говоря, химия так, полезная. А где, ты же как-то вот сюда выходи, наверное, налево сейчас еще раз. Да. Точно, да, и наверх. Вон туда. Я, по-моему, затуплял очень сильно. Давай. Ножищами. Ножищами, в смысле, большими ножами? Ну, это я так, на всякий случай. Простите, не проучил. Не выдержал. Поучил? Тебя самого надо поучить, Саша? О! Вот видал? Этого поучил! Оп. Это как, ну как, нормально я его попугал? Попугал? Сейчас, Саш, там, погоди, сначала нужно отбиться. Ах, у тебя там еще, у тебя за спиной как бы... Да. У тебя нет патронов. Ах ты, блин. Вот стань. Где Уаси? Так сказать, а вот Уаси. Здравствуйте, Федор. И у тебя нет ни к чему патронов больше. Отлично. Нет, к этому тоже нет. Тебя поздравляю. Нет, вот к этому есть. Нет. К воздушечке. Все нормально, Макс. А, я расстрелял все, что было, а воздушечка осталась. Да, мы играем на пром. Давай сюда, паря. Так, куда паря-то должен идти? А, вот все? Да, да, вот, все, спустим. Можно? Пух. Я здесь, поднимайся! Так, а это, собственно, там, не помню, князь там... Крест. Крест, да. У них у всех нравится, вот, знаешь, как в этом... Как ну у собачек, у всех клички брака. Какие-то были. Аж приятно посмотреть, честное слово. Эти-то хоть мутанты, я дело знаю. Если деревенских поймают, то тем сразу карачун. А ты их как карачун, карачун. Карачун бабай. Ну, Дед Мороз я по-татарски мне сказал. А или колотун бабай, нет, колотун бабай. Карачун-то другой. Карачун — это то, что со мной происходит, когда я слышу озвучку здесь, диалоги. Ну так ясен хрен и дрить их за ногу. Я тут долго уже парюсь. Знаю, что да как. У них секта тута. Верят, мол, те, что... Тутовича? Тута. Секта ну, тута. И, значит, у них. Книжку грамотность, сам понимаешь, ни разу не приучают. Ну, а меня так и вовсе в клетку законопатить хотели, покуда демона ихнего электрического сам убивать не побегу. За сатанизм, вот. За сатанизм, вот. А
Какой я сатанист? Всю жизнь технику подчиняю, хуй, да торговлюшка еще промышляю. Я зороастризмом как бы занимаюсь. Не, блин, какой сатанизм? Да, я через костер там прыгаю. Через костер? Ну это тогда скорее какое-то родноверие. Ну, по-русски зороастризм. Точнее, по-русски родноверие, а по Википедии зороастризм. По Википедии зороастризм, по-русски говно. Как и любая религия. Почитайте, друзья, короче, статью зороастризм, она же родноверие на Википедии, очень интересно. Особенно тот момент, когда они через костер прыгают, прям вообще от нас. В этой игре есть какой-то центральный антагонист, нет? Я пока не увидел. Центральный антагонист здесь Россиюшка, друзья, матушка. Эх, широкие просторы. Эх, обнимешь березку. Широка страна моя родная. Много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Пойду побрею. Слушай, Максим, а ты отпустишь меня покурить? А я как раз хотел, твое время как раз на исходе, Саша. Да? Твой час. Мое время на исходе. Твое время на исходе. Все, тебе крачу. Да, друзья, я, к сожалению, вот... К сожалению, Саша до сих пор курит, до сих пор курю. Норкоман, сука. Я норкоман, как и суку, да, и вот мне вот хочется пойти покурить, а на самом деле, Максим, мне хочется пописать. Очень сильно гораздо больше, чем ну покурить. Ты прям сразу в туалете покури, тогда с тобой. Так и сделаем, мы же в России с тобой живем. Короче, не сранье, надо, на самом деле. Сранье без курения, Максим, как чай без варенья. Признак дурачины. Это сранье без причины. Это признак, что надо идти к врачу, Саша. Тебе кажется. Это признак того, что чего-то. К врачу. Баба-бабай. Дорогие друзья, для всех, кто к нам только что присоединился, спешу напомнить, что нас тут... Туточа! Кто писал эти слова? Туточа! Карачун! Так вот, хуч! Так вот, хуч! Это бухло такое! Хуч! Туточа у нас, дорогие пари! Братки! Братки, да. Вот, спешу напомнить. Комбо-брейкер, на котором присутствует Максим Еремеев. Александр Кузьменко. Вот, да, и сегодня мы проходим просто главную игру этой весны, которая называется «Метро Экзодус», она же «Метро Исход». Иходус. Да, и нам очень нравится. Исходус. Исходус. Исходус на говнодус. Говнодус, это я. На говнодус и зашелус. Я настаиваю. Вот. И мы на говно не зашел, потому что игра действительно очень классно сделана. Хотя, несмотря на то, что местами она дико бесит. Ну невозможно это все слушать, всю эту херню. Да. Вот. Да. Вот. А я вас покину на биноклюс. Минут 10, короче, да, и схожу, сделаю этот, как его, исходус, крачунус. Короче. Это, знаешь, как вот старый анекдот, да? Какой? Вот, говорит, здравствуйте, а у меня, говорит, автомобиль Passat. Ну, не знаю, я еще не Ниссан. Давай, успехов тебе, Саш. Я пока как раз вот на верстаке поработаю. Да. Пожелаем Александру удачки. До новых. Так, давайте, что у нас тут по оружию заодно посмотрим. Это вот револьвер на этом этапе, хотя... Я даже не знаю, нужен или нет, я что-то не уверен в нем. А мы... А, у нас нет калаша, да? Вот, вот, видите, короче, вот эту фигню. Это значит, что все засорилось так, что просто невозможно. Надо чистить срочно. А то будет клинить. Где вы нашли тихарь? Просто только присоединился. Его дают по сюжету в определенный момент. Вот. И после этого он у вас как бы есть. Да, давайте. У нас револьвер будет, пока глушак стоит. Да, стоит, а то будет как снайперка. Вы слышите? Вот они не могли другую песню Аксон поставить, да? А, это, стоп, это не дорога уже, это солдат. Не-не-не-не. Да, темно, стало все равно. А война, ну что война, так заведено. Так,
ладно. Револьвер можно апгрейдить до винтовки. Нет, нож, к сожалению, нельзя проапгрейдить до палаша или сабли. Так, мы все, я все скрафтил, что мог. Слушайте, а в натуре, что ли? Я не понял, у нас в натуре нет. Да, Саша действительно не взял тогда калаш. Едем. А руки, видишь, золотые. Не пожалеете, что взяли. Заманем, братка, на восток. Че, кстати, возможно, стоит еще раз. Если есть материал, то, возможно, еще получится сделать патрончиков. Их много. Фонарик мой им понравился. С тех пор они меня ни в деревню, ни к мосту не пускают. Вот ты можешь по канату вниз дунуть. Берешь карабин, цепляешься и поехал. Неприятный факт, тут мы зачистили этот дом, но сейчас там снова будут зверолюди. Я помню эту херню. Мне от нее, так сказать, брат умер. Так, что-нибудь есть вообще? Нет, водку тут пить нельзя, спрашивают. Увы. Хотя! Нет, это не водка, наверное. Там просто есть момент, когда что-то выпиваешь. И прям нужно на кнопку нажать. Там. Дрюк X Фюр Блокбастер. Вот. Но это, наверное, не вот. Нет, Артём, Сэм, у нас тут ситуация. Анна не выходит на связь. У кого какие мысли? Кто что знает? Товарищ полковник, она вроде антенны вон в 200 метрах от Аврора осмотреть хотела. Что-то там ей показалось. Одна? Да вы что, какие антенны? Так, Артём, живо туда! И вообще, хватит клювами щелкать! Если натовцы при полном параде не маршируют, это не значит, что... Клювом тут щелкаешь только ты! А, нет, сейчас не будет мутантов? Интересно. Неожиданно. Ну, приятно. Не так много тут приятных неожиданностей. От демона и для демона ставь все равно. Да, у меня тоже мурашки от пауков. Отвратительно вообще вот здесь. Война, ну что война? Так, заведено. Твою мать, я тебя не заметил. Да, со звуком здесь действительно очень... К звукам... Ах ты ж, мать-перемать! Со звуком действительно много проблем, к нему много вопросов. Я согласен. Сильно не морочились. Отстань от меня. На этом, друзья, патроны у нас закончились. Но есть воздушка. Подкачал. Так. Твою ж мать. Так, я могу еще, кстати, сделать. Все нормально. Правильно иду? На, мне сюда. А, все, я понял, что сейчас будет, да. Yeah.
тролли Я надеюсь, вы довольны своей находчивостью и своим остроумием. Привет, Аня. Артём, ты меня звал. Там было так хорошо. Но я тебя услышала. Ну и как бы я тебя одного... Я тебя услышал вообще, как я вас услышал. Так. Сейчас опять поползу, да? Не, не поползи. Во всех частях метро герой Артём. Ну, в играх, да. В книжках, по-моему, там сложнее, даже в корневых, по-моему, там все-таки в некоторых другие герои. Вот. Не говоря уже обо всяких этих спин-оффах, там вот эта вот вселенная метро, вся вот эта вот херня. Там-то... А, да, сейчас. Там-то вообще кого только нет. Так, это коллаж. Ох, мамочки, спасибо большое. Все, меняем. Нормал. Что тут еще есть? Давайте посмотрим. Скучный дневник. Так. Да нормально, мне кажется, с крафтом, кстати говоря. Ну, в смысле, не слишком упростили. Ну, два типа ресурсов. Ну, что теперь? А сколько их должно быть? Наоборот, легко было переусложнить. Зовите три лучшие игры за последние 10-15 лет. Слушайте, ну это серьезная просьба за 10-15 лет. Не знаю. Много было хороших игр за 10-15 лет. Я не возьмусь. Hellblade. Давайте. Чтобы уж точно не забыть, например. Там. Celeste.
Я вот сейчас в Wondersong играю, например. Мне очень нравится. Ну, это как бы... На всякий случай, это я не ответил на ваш вопрос. Потому что я, ну, действительно, я не возьмусь так. Прям. 10-15 лет развития индустрии в три игры суммировать. А твою же мать! Так. Где тут еще же? Миютики. Вот он. Оп. Шо? Ахро? Ахро пошло? Нефиг на меня агриться. Ах ты ж! Хер ли тебе надо от меня? Псина! Вот клина ловит уже, да. Вот видите, это кто-то клинит. Патрон есть, но он не работает. Это бесит. Вот надо чистить. Сейчас. Выберусь наружу почищу. За последние 5 лет развития приостановилось. Игр? Игровой индустрии? Нет, я так не считаю. Я считаю, игровая индустрия прекрасно себя чувствует. Вообще великолепно. Лучше, чем во многие другие периоды. Просто разнообразнее стало. Но это тоже хорошо. Ах ты ж! Мать твою! Что со мной не так? Вот. На. На. Тварь. Александр унитаз съел. Да нет, Александр курить просто пошел. У нас курилка на улице, а мы на 9 этаже. Предыдущий сях тоже был, надо было квадратик наярить в ближнем бою. Я не помню, кстати говоря, как там было устроено. Вот именно вот это. Здесь это, ну так, не то, что даже ближний бой, это просто... Да пошли вы нахер! Это просто как бы... типа на тебя наваливаются, и ты пытаешься отбиться. Тут ближний это вот так вот, короче, можно. Вот так. Вот так вот можно. Так вот, это правый стик надо нажимать. Саша, уже забеспокоились. По тебе зрители сказали тебе, что унитаз там съел. Спасибо большое. Таню спас уже? Я просто там тоже наблюдал. Нет, я сейчас спасаю как раз. Ой. Да, дорогие друзья. Ну, Саша некоторое время, если вы, да, Саша некоторое время присоединился сам к нашим зрителям, сам стал зрителем, смотрел. Да, и вот посмотрел, как Максим там просто... Чудо интернета. Так, спасает всех. Так. Я заблудился, что ли, куда мне? Так, мне вон туда куда-то надо. Вон, давайте включим свет, а то заколебало уже. Тяну как в шопе. Сейчас, подожди, я тут забаню еще пару... А, да, надо? Особо, да. Вот, а, окей, давай. Дело хорошее. Uh-huh. Блин, у меня скоро фильтр закончится. Сейчас лучше еще полезу. Да я тебе прям в письку стреляю, что ж ты не падаешь? Ну, потому что... Нету письки больше у него. Он не человек больше. Пыль. Протоны, знаешь, нейтроны. Максим, а я вот в этом моменте как раз вот экономил патроны. А я сейчас, кстати, тут довольно... Я их вот так вот ходил... Я довольно долго, кстати, по стелсу вообще проходил нормально. Все. Спрашивают, а в исходе есть украинская озвучка? А нет. Я не знаю. Я специально там несколько перерыл, не было. Да? Нет? Ну-ка. Так, давайте, ладно, фонарь. Можно я все сбоешь, можно фонарь включить. Много чего можно сделать, чего я не делаю. В какую вирусную игру на мобильном играли в последний раз? Я, например, нашел, как достать соседа, как в детстве. Все друзья у вас тоже. Как достать соседа. Я, кстати, что-то... Она же Neighbors from Hell. Я кстати, хрен... мне оригинальное название нравится. Я последняя игра, в которой играл на мобильном, это, кажется, была это... То ли Desktop Dungeons, то ли... То ли... Как ее? Ёшкин кот. На! Это... Как же она называется?
Альдус Одиссей, кажется, она называлась. Про этого, про мальчика этого сноубордиста. Альдус Одиссей. Альдус, точно. Альдус. Это вторая, короче, серия. Так, все, они спасли. Хорошая очень. Мне нравится. Что это за место? Раннер, но не раннер. Так, все, можно снимать противогаз. Химия какая-то. Химия. Химия какая, чай природные дары. Спасибо, родной. А ты заметил майку, да? Там, собственно, майка в виде американского флага так вот мотала. Нет, не увидел? А, если ты наверх, короче, заберешься, там на дереве, таком вот сохнувшемся, висит американский флаг. А, вот, думаешь, вот он. Вот все, они, натовские агрессоры. Я понял. А потом выясняется, что это майку просто нас не повесили. Окей. Так, я сюда схожу, надо почистить, а то там автомат чинить. Я нашел калаш. Отлично. Наконец-то. Так. Разобрать, собрать, да. Так, вот он. О, господи, какой засранный. Почистить. Конечно, его клинит все время. Так, здесь. Друзья, тем временем напоминаю, что мы вещаем сейчас не только в нашей группе ВКонтакте, которая называется Комбрейкер, а также на Ютубе. И поэтому, если у вас есть какие-то соображения или воспоминания о том, как вы чистили калаш в армии, обязательно пишите их в комментариях, которые мы все видим, все читаем. И некоторых козлов даже баним. Потому что их комментарии. Во-во-во. Компас. Компас — это хорошо. Полезная штука. Фильтрик сделаю себе. Лучше, да. Так, а это дробыш, да? А у тебя дробыш есть? Нет, у меня есть патроны. Блин. Фак. Потому что когда только я нашел в этой игре дробыш, кстати, где-то вот здесь вот он мотался. Ну, не помню уже где. Неважно, давайте до утра поспи. Отдохнем. Ну, просто сейчас не хочется там до поезда идти в ночи. Ой, там сейчас налетят всякие там... Ветры злые, да. Да, здесь вот, собственно говоря, еще одно отличие от предыдущих игр. Здесь играет... играет важную роль время суток, как бы оно меняется, и можно переключать вот на таких вот кроватках специальных, поспав днем меньше монстров и аномалий. Вот, но... Больше бандюгов. Но вы, да, больше бандюгов, условно говоря, и вы заметнее. То есть по стелсу сложнее играть гораздо. Вот, а ночью, соответственно, вы незаметнее. Спрятаться проще. Бандюки все прячутся. Ну, почти все, многие. Вот, но, да, выходят монстры всякие. И появляются там шаровые молнии и прочее. Все как в жизни, короче, друзья. Прочее всякая ебатура. Это что? Во! Собачки. Вот такая вот ебатура. Собачки. Ну, эти собачки, кстати, не страшные. Их можно пострелять, и они разбегутся. Они достаточно трусливые. Стражиз. Обойди их просто вот так. Чё ты вообще паришься? Взял пёсика, прикокнул, а? Это не пёсик, это мразь. Это не пёсик, это пёс. Давай. Ах ты ж! Ещё и повыл, глянь. Ты прикладом бы по челюсти. Ай! Тише. Во. Вот это хотел. Сдох собака. Нас, говорят, просят, сделайте имена донатеров побольше. Поменьше, точнее. Мы можем побольше, поменьше не можем. Побольше можем, потому что эти ребята нас уважают. Они наш труд, так сказать, ценят. Ух. Нормально. Тут спрашивают, кстати, вот я, говорит, совсем не понимаю, спрашивает нас Айсен Михалков. Вот, как мир работает, как Far Cry, что ли? Тут не открыто, смотрите, вот я просто он покажу. Полуоткрытый, он полуоткрытый, закрытый, я даже здесь сказал. Игра состоит из уровней, но уровни, вот условно, вот такие. Ну, не все, большая часть, вот. То есть это некий регион, достаточно большой по меркам сериала. Его можно исследовать по-всякому. Тут есть еще активные точки, если они просто пока не отмечены, есть всякие дополнительные активные точки, там сайт-квесты небольшие. Они достаточно однообразные, вот, но они есть. Ты Мишку нашел? Нет, Мишку я не нашел. Иди за Мишкой. Без Мишки... Вот, не возвращайся. Вообще. То есть, ты знаешь, вот это... Зато с Мишкой возвращайся. А с Мишкой зато возвращайся. Ну вот, короче, да. И вот так вот и работает. То есть вот сейчас мы можем исследовать этот регион, потом мы уезжаем на поезде в следующий.
Там, типа, вот такой же примерно. Ну, там следующий уровень будет не такой, как раз он будет линейный. Вот, после него там серии еще один уровень, да, там, опять же, открытый регион, большой, там можно точно так же ходить, исследовать, там всякое, сайд-квесты выполнять. Вот так это работает. Или вы о чем? Здесь нет захвата вышек там никаких, если что, если вас это интересовало. То есть он не open world такой, куда можно вернуться потом. Здесь нет вот этого вот всего. Это уровень, который нужно зачистить от начала до конца. Или не обязательно делать, да. Вы можете просто по сюжету пройти. Но если вы не только по сюжету, там есть свои плюсы, как бы, естественно, там всякие награды. Они тоже не супер обязательные, но мишку надо найти. Потому что у меня, собственно... И бачко тебе засунуть, Саша. Пам-парам-пам! Нашелся! Старик уперся, не хочет брать Катю с малой. А она врач, да еще... А, тут да, сейчас мы поедем вагон искать. Ну, я перескажу, короче, о том, что, в общем, мельник на костяных своих ногах не хочет брать девушку вместе с ее дочкой. Вот. А девушка, между прочим, фельдшер. Да. И людям помогает. Да, и она еще принесет пользу, мягко говоря. Привет, Артём! Ну, мельник козел, как мы знаем. Ну... Артём, подойди. Да я садись. Здесь уже. Подойди, куда еще? Садись. Сесть мы всегда успеем. Не садись, а садитесь. Артём, у вас появилась возможность перебраться через мост без штурма. По реке регулярно ходят караваны. Мосты. Ой, сейчас начнется. Спрашивают, можно ли возвращаться назад в регион. Нет, нельзя. Если вы как уехали, так уехал. Да. Если вы уехали, то все, да, вы уже на следующем уровне. Сработаем быстро, и мостовики нас не остановят. Мостовики. Мостовики-затейники. Мы переправимся в любом случае, чтобы эти мракобесы там себе не думали. Хотят крови получат. Остается только дождаться посудину торговцев. Посудину? Товарищ полковник. Ты посудин? Ну как мы их тут... Гно! Сожрут ведь. Степан, ты голову пробовал включать? А ты! Знаешь, куда мы едем? Знаешь, что по дороге будет? Натовские солдаты. И куда Степа мы их в Авроре втиснем? На ящиках с углем спать? Но мы-то ладно, по-спартански. Но женщина... Говорят, яркость перекручена. Вы знаете, может быть, она действительно мерковата. Дело в том, что мы сейчас сидим, и нам в ебучке вот слева и справа... В лицо, то есть, Максим. Да, в лица. Светят две мощные достаточно лампы. Это свет, который нас подсвечивает, он нам нужен, как бы, да? То есть нам светит в глаза, и поэтому нам хуже видно. И поэтому у нас больше яркость. На самом деле, я думаю, что тут яркость не перекручена, а просто светло. И по сравнению с тем, ну и нет, здесь светло, да, и вообще, да, светлее, конечно. Говорят, какие-то неловкие беседы с Артемом всегда. Да! Такой сюжет. Тут все Глуховский. Inspired by Глуховский. Который нам, кстати, 50 рублей, между прочим, кинул. Ну, еще когда. Час назад. Раздался голос из помойки. Да пошел ты. Ладно, черт с вами со всеми. Хватит из меня чудовище лепить. Если вагон добудет... Че тебя стести олепить-то, господи? Артем, займешься? Ну, Артем, заметим караван, бросай все. Прорваться через мост... Тебя в окно брошу. Знаешь, и этот шанс я не упущу. Заколебал. Максим очень любит этого персонажа. Спасибо, папа. Так и быть, обещаю подумать о внуках. Держи, Артём, это от резины предохранитель, без него не поедем. Максим еще не любит детей, не только военных. От резины предохранитель, давай пойдем. Мы с ней почти полмира, из конца хорош. Товару перевезли. Кстати, полезная штука, потом ее вставим вот так вот. Это да. Мы сейчас пойдем, короче, да, пойдем неслышно персонажей, не интереснее вас, но идите играйте тогда сами. Вот. Что хочу сказать-то? Если по темноте отправишься, меньше шанс на бандюков напороться. Они тогда по нычкам своим греются. Но ночью тоже не того. Того не прогулка будет. И зверья много вылазит, и молнии там шаровые местами. Их святоши за демонов электрические держат. Так что ты покумекай сам, когда лучше выдвигаться. Артём, я в тот район князя... Пойдём посрём. ...правил за мостом наблюдать. Максим, пойдем важно, пойдем посым. Господи, нам кидают конфу и спрашивают, вытянет метро или ходу. Я не знаю. Я ничего не. Вы это китайская грамота для меня уже 100 лет не заморачиваюсь. Таким делами, серьезно. Простите. Все на соснули, кстати. Нет, почему? На пеке тоже просто меня. Как бы я как купил из серии. Как прибил 5 лет назад, так и держится. Все? Можно вставать? Вот наш зритель и чат нас спрашивает, почему мы исчезли с радио-радио.
Ну, потому что продюсеры радио... Ушли на стримы-стримы? Да, не захотели продолжать этот формат, а мы ушли на стримы-стримы. Поэтому это даже круче, чем радио-радио. Тут можно говорить слово «жопа». Вот, как тебе в эфире. Моя мастерская? И ничего тебе за это не будет. Наконец я все обустроил, как планировал. Нормальный верстак. И ящики под все инструменты и все остальное. Все? Можешь тут оружие. Редкий случай. Вот это вот, вот его, короче, ТТшника, я все-таки слушаю, потому что он иногда в конце своих этих речей понятно. Дает какую-нибудь что-нибудь полезное, реально. А вот такой оружейки, как у меня, нигде нет. И опять похваляться давай. Ты ствол какой найдешь, я обратил все, на пошел и на полочку. И на полочку. На полочку, а тебя в гробик давно пора. Ты просто не любишь все постсоветское. Да он заколебал, что вы все болтаете, как мрази. А людям нравится. Давай, во. Народу нравится. Роторный магазин, все. Вот, герметичная. Вот. Вот, это хорошо. Но это не совсем то, что нужно. Который уже... позволяет его перекачать, и потом такой... И держит. Да. Если нет ее, то стравливается, да, постепенно. Не буду задерживать. Не задерживай. Спасибо. О! Так, это... Ашот! Ваншот! Все, давай, Ашот, ваншот. Да, здесь... Это мое самое любимое оружие. Я без дураков сейчас говорю, без шуток. Здесь шотган называется Ашот, это правда. Ашот, ваншот. Так, мы сейчас пойдем на ту херню. Так бери Ашот-то. Да погоди, я думаю, там... А, ну там, в принципе, стелс... Надо взять Ашота, стелс не понадобится. Абсолютно. Ашот, калаш и... Это... Ш-ш-ш-ш. Воздушка. Во! Так, Ашота надо почистить. Почисти Ашота. Так, что еще? Так, ну еще там, мне здесь кажется, все... ты не вставил... А, вот, нет. Вот нижнюю, видишь, фигатурину ты не вставил. Какая, вот эта? Не-не-не, вот там... Внизу, совсем видишь? Нижняя? Да. Это просто ты выбираешь, какое оружие в слот да, положить. Все, окей. Так, это... Да не, оптика. Не-не-не, нахер, тут нафиг не нужна... Ублюдок, мать твою. А говно собачье. Калаш. Калаш вонючий. Иди сюда. Думаю, меня застрелить, я тебя сам застрелю. Так, так для Ашота у нас давай, немного, да. Для Ашота на Ашотим. Ашот там сейчас дико понадобится, потому что там будет сейчас этот сом с большим усом. Нас сама-то стрелять не придется. Не придется, но у него там вокруг этот антураж. Сама... Его можно, кстати, я удивился, когда он что Саша не убил сама. Оказывается, нет. Можно делать, можно это не делать. Можно там не убивать вообще сама, да. Там, да, можно. Чистим ствол Ашота, да, почистили. Говорят, что проблемы диалогов только в русской версии, на английском по ней все прекрасно будет. Нет, не будет. А ты на английском играл? Нет, ну просто, ну я знаю, ну как бы писали это те же самые люди. Какая разница? Ну они просто переведены на другой язык. Вот. Они все равно плохие. Озвучка... Мало того, что... А там, озвучка, я слышал чуть-чуть, потому что я сначала, когда включил в первый раз игру, там была такая тема, она по умолчанию у меня включилась на английском. Вот, и мне потом уже, я уже выставил в настройках русский, и я услышал немножко, и там как бы, ну, просто да, плохой текст, просто еще и с русским, типа, акцентом. Не забывайте сохранить игру. Верный совет. Это вы мне на консоли говорите, идите нахер. С одним слотом для сохранения, кстати говоря. Да, кстати. Квиксейв только что, один. Не считая, ну не считая автосейва. Артём, тут тебя Настя попросить хочет. Не говори, надо. Настя. Дядя Артём, а вы Мишку моего найдете? Нет! Надо! Нет! Максим, закрой, пожалуйста, этот гештальт. Я его не нашел, этого сраного Мишку. Я ничего не буду закрывать. Найди Мишку. Нет. Мишку найди! Нет. Так, давай сюда кинь. Будешь выкобениваться, даже с гитарой сейчас не пойду. А там же можно круга включить. Мишку вызволишь. К шее рисковать, понятно, не надо. И еще. Ну чем я можно рисковать? Я гитару слышал. Звучит хорошо. А вот гитарист — это кошмар. Я, конечно, понимаю, опасно, все такое. Но если получится, спаси инструмент. Инструмент спаси. Изгиб гитары желтым. Приобнимаешь нежно, ты что-то там такое пронзит какую-то там высь. И что-то я скажу вам, и что-то там Саша, спою вот вам. Вот убей, пожалуйста, это спам. Да. Как это хорошо, сильно. Максим, что все мы здесь сегодня нажрались, да? Так, кому хорошо, кому не очень. Так. А, подожди, а этой девушки я что-то тут не вижу. Да что я...
ты что творишь? Я что-то мажу. Да, я вижу, Саша, блин, поверь мне. Тут целая система есть, которая сообщает, откуда стреляют, поверь. Я тебя сейчас на глаз натяну себе. Это кто, лошара? Да что с тобой? Сдохни. Спасибо. Наверху нет. Че? Кого ты прижал? Никого ты не прижал, не ври. Странно, ее тут не видно вообще. А, ну ладно, забей тогда. Да. Сама себя удалил девушка. Ну, и правильно сделал. В общем-то, я поддерживаю это решение. Так, освободи там мужичка. Ну сейчас, мужичок здесь, во-первых. Только сначала надо всех убить. Сейчас я просто ресурсики. Скрафтишь что-нибудь? Скрафтишь. Знаешь, вот эти, ну, падла, получай, вот она, эта сука и прочее, мне очень сильно напоминает именно Сталкер, самый первый, оригинальный. Чики-брики, пацаны! Я маслину словил. Пацаны! Это смешно было, да. В общем, тут такого чики-брики тоже очень много. И это, на мой взгляд, прекрасно. Don't chicky my брики. Как где-то написали, что-то я не помню где. Маслину еще. О. О. Приклад, ну. А, это оптика какая-то, типа. Не, приклад. Ну, он нарисована оптика. Коллиматор. Приклад. Коллиматор, по-моему. И в дамке, да. Опа. Вот да. А вот теперь я тебя поймал. Происходит. Да, они не хлови, не лови, к сожалению. Они, к сожалению, новые спауны. Удалить навсегда. Добавить черный список. И вот, Оля, идете. Слышал, вы. Слышал, что готовится переиздание Булли. Правда ли это? Не знаем! Если бы его действительно переиздали, причем переиздали так же хорошо, как, например, Resident Evil 2. Да? Mm-hmm. То есть, когда бы не просто текстуры перерисовали и сказали, типа, на, кушай. Потому что такое переиздание я играл на Xbox 360 еще сколько там, лет 8 назад. Это тоже было переиздание игры с PlayStation 2. А вот если бы сделали по-нормальному, вот это ремастер, было бы... Ремастер, короче, ты хочешь. Что такое вот ремастер, действительно. Вот это был бы момент. Все уже. Потому что одна из самых гениальных видеоигр, в принципе, ever. Ну, я не знаю, как она сейчас пойдет, если честно. Черт его знает, Максим. Всегда быть бычарой в школе — это весело. Нет. Быть бычарой в школе — это постыдно, Саша. Это как и в любом другом сеттинге. Но ты же вспомнишь этого персонажа. Он, наоборот, бычара, который борется с другими бычарами. То есть СДД. Ты хочешь сказать, что сожрите это... друг ты хочешь сказать, что это Декстер? Да, примерно. Это такой вот Декстер от мира GTA. И школы. То есть Булли, ребята, это замечательно. Каждый раз, как вы объявляете о бане, прям холодок проскакивает. Вдруг я что-то нечаянно оскорбительное сказал. Да, не, вы понимаете. Не переживайте. Нет, мы баним, на самом деле мы баним, да, в целом, вот просто людей, которые кидают все эти уебищные, извините, ссылки, которые наверняка вас там заразят каким-нибудь стыдным. Спасибо компьютерным тебе. Вирусом. Добрый вот, человек. Украдут у вас все данные всех кредитных карт и квартиру у вас отожмут. Отец Силантий, епитемию носил. Херантий, до свидания. Максим пообщался. Да что его слушать? Мракобеса. Бесомрака. Бесомрака. Ай, бесомрака. Так, ну что, пошли на этого, на Сомика охотиться. Так, здесь радиация. Ну тут ненадолго, ты его потом не забудь снять только. Это противогаз, да. Ух ты ж! Собачка. Не заметил песиков. Очень удобно встали, мне нравится. Почаще бы так. Эх, жалко, с них лутать ничего нельзя. Да, кстати, есть такая тема, мне тоже, я тоже об этом думал. Артём, мельник на проводе. Ой, говорят, на ПК я играю, баги нереальные. Кстати, я не знаю, как на ПК. Мы играли на PlayStation, на плойке, на которой я играл, там были баги, но не смертельные. На боксе, на котором играл я, были баги, тоже не смертельные, но были. Что для консоли, в принципе, не характерно. А ты снимай эту гадость-то. А все, уже, да, точно. Да, уже не трещит. Я забыл.
Открывай, открывай. Там верстачок и ништячки. Оба! Князь. А где горшок? Ну, здоров, брат по крови. Умер. Что, не заметил как, меня? Зачем приучать Рода ребенка к горшку? Да горшок же умер. Для тех, кто понимает, ребят. Вечная слава героям. А ты почисть, почисть, ты говно свое. Да, чё ж не почистил? Забыл. Ты же вечно там в какой-то муте, там в какой-то тени лазишь. Во. Ну это вообще идеально. Окей. Слушай, а демоны сверху не атакуют, кстати, как-то меня пронесло. Хотя они отлетают. Да? Да. Однажды я там что-то ходил, там на бушку какую-то. Все равно как чайка улетел. То ли кубы ждут, то ли что, но измываются над ними страшно. Я у бати раза три разрешение на вылазку запрашивал, но он ни в какую. Я его понимаю, но... Все равно, мы же всегда простой народ от такой сволочи защищаем. Пойдем, защитим простой народ от сволочи. Сдерживаюсь. От меня что? Ну ладно. Руины те, видишь? Там бандитский лагерь. Есть снайперы, как минимум один с крыши частенько прицелом блестит. Ну это там бензоправка. Так что психическую я бы на них не ходил. Да, там, по-моему, нету снайпера. Есть, есть. Там один черт сидит на крыше и такой тебя... Я не заметил у него снайпера. Ну, меня шмалял. Так что о них сейчас беспокоиться нечего. Конечно, когда выдвигаться теперь... Все, до свидания. Может, поспим? Нет. Доброй охоты! Я выспался. Говорят, что мы на изи играем. Неправда. Только на Найтмэре. Только на нормал. Да на изи мы играем, это правда. Че, на изи переключился? Мы же на нормале начинали вроде. Конечно. Конечно, Саша, да, да, давай. Думаешь, все забыли? Саша, запись есть. А, фак. Да, да. Горшок жив, пишут нам. Егор Летов в тайге. Константин Ступин в тюрьме. А свой где? Слушай, на самом деле все эти трое умерли, замечательные люди. Помнишь Константина Ступина? Нет, кто это? Главное, зачем? Это такой уникальный персонаж, который появился вот буквально лет 5 назад. Так. В ступе? Черт? Да, примерно. Вот, сидел очень много лет в тюрьме. Потерял там все зубы. Господи, я сейчас сам свои вот зубы. Как я сейчас. Да. И при этом пел очень прикольный панк-рок. Но, к сожалению, а, что-то знакомое, да. Такой. Окей. Хороший персонаж. Сомневаюсь, ну пусть. Ну как? Я всегда отделяю персонажа от творца, понимаешь? Возможно, зря. Возможно. Ну, виноват. Все, вываливай отсюда. И аптечка, аптечка, да. Кольнись, а? Во. Так, все, давай на бензоправку. На Лукойл, конечно. Один, два! Обезьянка! Стоп! Даже запаниковал. Давай, реп. Вот такой вот. Бам! Давай. Кстати, можно было бы ашотом, наверное. Лучше ашотом было бы, да. Да хватит мне тут пипи-пикать. Пердеть. А ты сними вот эту херню еще с лица вообще. Я наоборот сейчас там в этой... В зоне заражения же. Так все уж не пищит. Вот теперь да. Можешь снимать. Во. Что у вас? Съебись. Извините. Извините, да. Обычно у меня патроны интересно. Закончились, кстати. А ты переключи на что-то. Да, ну, я переключу, конечно. Или там на воздушку, например. Во, вот. Сейчас да вот там вот этот черт будет сидеть со снайперкой. Эк тебе, а! Раз, вот сказать, вы спрашивали про демонов. Вот вам так, демон. Так, давай. Что, давай, все, дал. А, нет, не дал еще? Не дуба. Дал. Дуба. Жив. Курилка, давай. Твою ж мать, куда мне бежать-то, где? Надо, короче, куда-нибудь добежать. Вот там вот свет чек. Да я знаю. Да я знаю. Горбачев тоже много чего знал. А что в Советском Союзе случилось? Что, в суп попал? Ну, как видишь. Давай, вали. Ты для испуга, что ли, решил? Ну, ты же предупредительные всякие эти. Давай. Треугольничку. Нет, я продолжаю по стелсу. Так, и там ваншот еще на крыше. Вон, гад. Не вот, видишь? Да не там, вон они. На крыше сейчас нет никого. Они есть, слезли. Есть, вон он.
А, там, конечно, ну, возможно. Да ты сдохнешь или нет? Че, нет? Ответ отрицательный. А он такой... А, можно вот так делать? Да, вот так вот. За колонну, петуха! Давай, кали-кали его, заковырять. Опа! А, во, сдаются. Окей. С обратной стороны обойди, там лестница, да, и я... выруби его. Максим, хорошо, Саша. Хорошо. Почитай чат. Что в чате интересного пишут? Кстати, говорит, спрашивают нас, смотрели Дудя с Киселёвым? Пишут, вы пидры. Ты смотрел, Максим, Дудя с Киселёвым? Нет, нет такой привычки у меня дурацкой смотреть Дудя, тем более с Киселёвым. С Киселёвым, да. Вот знаете, дорогой Никита, который задал этот вопрос, вот я отвечу классической фразой, вот что то говно, вот что это, и вот эти два говна, ну и так далее. Отвратительное зрелище, честно говоря, пытался несколько раз. Да что, откуда вы все беретесь-то? Начать его смотреть с того места, где закончил до этого, но так до конца не досмотрел. Минут 30 выдержал, но дальше просто все было ужасно. Вот у меня в прошлый раз, когда я проходил, было все гораздо тише, благороднее. А у меня как раз вот полезли вот эти черти, и вот этот гад еще отстрелился, до последнего не сдался. Ой, ёшкины матрёшки. Ты воздушкой их лучше, Макс. Не расходы на них ценные патроны. Саш, воздушкой я долго буду их ковырять. Понимаешь, какая история? Ну, тогда сразу их там, бам! Я так и делаю. Ну, всегда. Сзади. Лежать. Лежать. Быстро лизать! На полу лизать! На полу лизать! Да и письку тебе отстрелю! Максим, ну ты просто как собор, короче, на выездном задании. Как зубр на выездном задании. Зубр под зубром. Твою ж мать. Заваньте Марину. Да, кстати, сейчас. Спасибо. Спасибо. Марина. Вы забанены. Но стройки. Забанить навсегда. Ехай. До свидания, Марина. Ехай нахуй. Ехай нахуй. Навсегда. Навсегда. Так, там еще в этом тайник у них есть, я помню. Дудь, говорит, похож на одного из персонажей из Бивиса и Батхи. Бивиса или на Батхи, да? Наверное, на Бивиса. Наверное, на Бивиса. Конхолио! Холи конхолио! Типи фо май банкхоль. Ай, типи фо май банкхоль! Гениальный совершенно мультфильм. О, да! Вот, разгрузочка, Максим. Боже! Она, воно. Наконец-то, господи. Есть бог на свете, на самом деле нет. Так надевай ее на себя. Ты срочно. Подожди, ты все сейчас надену. А, здесь нельзя. Нужен верстак. А, на верстачке, да, потом. Переоденешься вот так, и сразу прям ох, как бог. Ох, когда. Мне хочется вернуться, но лень. Нет, вначале за Мишкой. За пипишкой. Мишку нужно, Макс. Нет, нет, нет. Это мой личный закрытый гельштайн. Иди и закрывай. Отдай пульт. Нет. Пульт отдай. Дома закрывай. Иди в свой двор выпендриваться. Я уехал. Так я Мишку, Максим, понимаешь? Блин. Перепроходи. Ты же без Мишки. Я не знаю, где он. Спрашивают нас. Что? Тише, я на крокодильчик отвлекся. Ребят, подскажите, когда полноценная цифровая версия игры поступит в продажу? Так сейчас уже, смотрю, блин. Практически нигде, кроме Epic Store. Уважаемый Артем, да, если вы играете на ПК, то спешу вас, наверное, огорчить. Дело в том, что разработчики и издатели игры Metro Exodus договорились с компанией Epic. Исходус. О том, что игра в течение целого года будет эксклюзивом исключительно для Epic Store. Ну, на PC, того, на PC. Ну, пока, да. Для, исключительно для этого магазина. Поэтому, если вдруг вас в детстве покусал там злой Epic какой-нибудь, там, не знаю, или вы не любите Unreal Engine, или просто вообще не хотите ничего видеть за пределами Steam'а, вот, ну, играйте на консолях. Вот мы, например, играем на PlayStation, я вот дома играл на Xbox'е, и чё, нормуль.
И никаких эпиков не надо себе устанавливать. А иначе, ну, что ж, ну, установите, игра действительно классная. Ранее ну, можно и... В принципе, и как бы, да, нет, нет вариантов в любом случае, да? Если вам хочется, и обязательно на PC. Ты поспи, поспи. А, во-во-во-во. Разрушим. Да, сейчас, наверное. Максим, будьте повежливее. В смысле? А что случилось? Потому что вы, Максим, хамло. А кого он хамил-то? И вы говорите слова типа там пиздец, жопа, суки, жопа, мрази. Распидорасило один раз. Распидорасило было, да. Хорошо. Так что, Максим, пожалуйста... Ебучка. Ебучку. Тоже вот так повторял не раз. Так что, пожалуйста, осторожнее. Нет, будь повежливее, Максим. Идите вы нахер. Простите, вот это не специально сейчас. Ну, короче, не надо, пожалуйста, меня тут контролить. Это моя жизнь, я буду жить ее как хочу. Хамит Максим, ты половой член бы. Да кому я хамлю? Никому я хамлю. Тебе это. Тебе понятно, ты заслужил. Максим! Вы ха! Вы трамвайный! Трамвайный! Чего, кстати, трамвайный? Трамвайное хамство, типичное. Раньше в трамвае как-то... Я вот недавно в трамвае, недавно в трамвае ездил, все нормально ну, было. Ты едешь с Сабирменом, Собянинском трамвае, понимаешь, который там тебе показывает там еще этот... Фу, лучше бы не показывал. Собянин ТВ? Собянин ТВ там тебе показывает, там Москва-24, там, говорит там еще железным голосом. Следующая остановка — храм. Я не шучу. Храм. Раньше она называлась учебный комбинат. Не для того в этой игре нет мата, говорят, чтобы вы компенсировали его отсутствие. Есть. Есть. Есть? Было слово «бля». «Бля». «Сук» очень «сук» много. Много. Ну, «писец» мы не считаем. «Писец» — это такой вот... Короче, есть. Есть. Ну, как есть. Минимум «бля» есть. Вот, да. Одно из вот этих вот великих пяти слов русского языка, оно там есть. Мы увидели. Ну, мы постараемся, друзья, все-таки следить своим языком, вот я за ним, например, слежу. Саша говорит за себя. Максим не следит. Максим... Потому что он... Принимаю. Принимаю. Да, сорвалось. Возражение в высоких кругах. Максим, поправляю ванну монокль. Идите вы нахер. Да, так и было. Вот так вот. Можно подумать. Можно подумать. У нас в доме никто не ебется. Просто, знаешь, как в анекдоте. Простите, да. Вы можете не прощать. Просто. Я таков, каким сделал меня Господь, в которого я не верю. Максим таков, какова жизнь. Не буду, не собираюсь ни за что извиняться. Ну, правда, я никого, вам я не хамил, все нормально, я просто экспрессивен. Максим просто переживает. Действительно болеет за игру. За игру. Максим просто болеет. Максим просто больной. Так, у нас еще пару номинантов, короче, на вечный бан. Вот, мне разрешают грубить. Ник Зав разрешает. Спасибо большое. Спасибо большое, хорошо. Ну, все-таки, опять же, наши стримы, друзья, спешу напомнить, наши стримы, они проходят на канале... На повышенных тонах. В том числе на канале Combo Breaker в Ютубе, в нашей группе Combo Breaker ВКонтакте. И потом выкладываются еще отдельно, специально вот для тех вот, кто вот... у кого будильник не прозвонил, там, не знаю, там, выкладываются в нашей группе Combo Breaker Live тоже на Ютубе. Их там можно будет пересмотреть. Обязательно пересмотрите. Вот, и все они исключительно интеллигентские. Безусловно. Не интеллигентные, а интеллигентские. Мы даже говорим нахер, а не как надо. Да, а не как обычно. Да. Вот, и слово мы обычно предпочитаем перекашлять. Это какое? Это вот... Окей. Ну, тоже сделал так, Максим. Я тебя... и мамку твою... и сам ты вообще, Максим, знаешь вообще? Саш, давно тебе хотел сказать, можете, что ты... можете водички попить? Ты что-то... Да, по-моему, в горле першит. Прав. Что-то першит. А вообще, Макс, еще, знаешь... тебе хотел сказать. Мы нашли гранату, Саша. Давай как обезьяна ее наконец-то. Как в этом, как в Escape from Tarkov, Саша. Только так с гранатой можно обращаться, и все. Да, это наш был культовый стрим, да. Лучший стрим лучший в моей карьере. Так, здесь сейчас будут вырезать. Когда мы с Максимом кинули гранату, она ударилась об стену и ударила обратно. И ударила сначала об стену, а потом обратно об Максима. Уйди отсюда. Суицидное настроение, Максим. Суицидное настроение. Ах ты, нифига, как я умудрился промазать с двух сантиметров. Ловкий.
Сзади, сзади, сзади. Да, лицо. Да нет, там никого сзади. Блин, такой. Чем больше грязи, да я знаю, тем шире морда. Вот смотрите, кстати, друзья, просто для информации, вот если бы я не был ленивым, да, если бы я там сходил еще на один сайт-квест. Я освободил двух чуваков. Да, то они бы дали мне, освободил бандитов, они дали бы мне ключ, который позволил бы мне пораньше попасть вот за эту дверцу, и там прибор ночного видения. Вот. Но потом, знаешь, во-первых, я, да, и без него можно, а во-вторых, на самом деле в эту комнату можно попасть чуть позже. Просто, ну реально, вот сейчас, ну, вот да, мы пройдем вот эту локу, и в конце можно будет туда попасть и без ключа. Жмакай. Да я знаю. Я почему-то здесь, кстати, застопорился, когда я играл, такой. Куда? Я не с той стороны, не с той стороны подошел, короче. И... У меня та же история была. Тут не самый очевидный левел дизайн, надо признать. Ну, когда как, не, нормальный просто что-то. Тинг. Сомик плавает. В томате. Сомик, да, там будет сейчас доставать. Докучать. Докучать. Устраивать нам каверзы. Проделки свои учиняют. Сейчас. Да что? Бац-бац. И мимо. Нет, я попал два раза, кстати. Там было, там зарегистрировалось попадание. Просто почему-то через жопу как-то, извините. Ну, как это называется? От анус, от астра. Пер-анус от астра. От астра, да. То есть через жопу к звездам. К звездам. Безусловно. Так победим. Спойлер, сейчас мы упадем в воду. Очень интересно, кстати, диалог у наших зрителей сейчас есть. Вот Ник нам пишет, например: кстати, почему вы курите сигареты, если в данный момент есть очень много альтернатив? А Айсен ему отвечает: типа на свае. Я, кстати, бросил курить. Я уже полгода не курю, даже больше. Вот, а я по-прежнему, друзья, страдаю от этой пагубной привычки. Никому страдаюсь не советую. Этой херней. Никогда не начинайте. Да. Ну, я согласен с Сашей. Я очень долго пытался бросить, и у меня не получалось. Сейчас, наконец, получилось. Я очень этому рад. Я вот лучше реально... пытался, так и не получилось. Лучше не и начинать. Я не рад. Лучше не начинать. Да, абсолютно верно. Это самый простой способ бросить курить. Как бы... Играйте лучше. Поверьте, да, поверьте людям, которые эту херню проходили. А. Брат от нее у нас не сдох, конечно, но все равно неприятно. Ну, да, все равно неприятно. Так, трупешник. Экранирует. Починяет. Это так, внутренний мем. Вот Дмитрий нам, конечно, пишет приятные, кстати, вещи. Узнал про Кузьменко и Логвинова. Наконец-то, приятные вещи. Не Логвинов, да. Это не Логвинов. Да, это Еремеев. Но он тоже клевый. Угарный громадник. Угарный, как в 2008 году купил выпуск, посвященный Mirror's Edge, и подсел на их обзоры. Спасибо вам. Спасибо вам, Дмитрий, что все эти годы, уже сколько там, 11 лет буквально, вы с нами. Да, несмотря ни на что. В богатстве и в бедности. В болезни и в здравии. Да, Саша? А что, как-то херня там должна произойти в конце? В богатстве и бедности. В болезни и в здравии. В... еще чем-то там. Ну, короче, покуда смерть не разлучит вас. Вот какая херня должна произойти в конце. Да, точно. Ты мне напомнил. Это жуткая штука, на самом деле. Вот наш зритель Дикстопис с нами соглашается. Ну, как бы закономерно, да, что да, тоже, говорит, бросил. И действительно, лучше не начинать. Да, да, серьезно, ребят. Лучше не начинать. Просто даже если сначала нравится, есть еще такой, как бы, нюанс, о котором немало говорят. Даже если сначала нравится, да, и вроде даже по шарам дает. Вот, то это быстро проходит. Ага, и начинается. И потом, да, это из серии, знаете, как чисто наркоманская история, типа покурить просто, чтобы починиться, чтобы нормально себя чувствовать, ага, потому что тянет. И это уже вообще. А не удовольствие получить. Полное говно. Да? И это уже вообще неинтересно. Что я делаю, господи. Надуй ее. Да я, да, просто не то нажал. Парни, не курите сигареты, не губите здоровье, качайте лучше танки. А вот это не факт, друзья. Потому что она тоже вначале по шарам дает, а потом уже начинает танки? Починяться. Какие танки? Известно, какие кто танки. Качаете танки? Танки качаете. Скачаете. Тоже по шарам дают? Танки дают по шарам? Это интересно, я пробовал в них играть, что-то не вставило. В смысле, по шарам не давал? Нет, ну подожди, если ты играешь в танки, то тебе тоже по шарам вначале дает, а потом ты как-то... Пробитие у тебя происходит.
короче, ваншот. Ваншот. Лишний раз, друзья, порекламирую вам все-таки замечательный комедийный новогодний фильм, который называется «Страна Оз». Там есть лучшая продукт-плейсментовая реклама танков. Обязательно посмотрите. Я готов. У меня бешеный. Чё тебе надо? Чё тебе надо у меня дома? Мент. Наверняка он в натуре похож на мента. Посмотри на него. Ну ты же вылитый участковый. Вот у нас такой же на районе. Дверь запили. Сигарет, сигарет. Я вот без кофе вообще не человек. Ну да, это тоже наркотик. Но как-то он, мне кажется, меньше доставляет всяких неприятностей. Я вот тоже как бы по кофеину. Я хрен узнать, я вообще кофе не пью. Я очень долго не пил, а в последнее время начал. Я теперь реально, я вот с утра кофейку выпить, это вообще самое то. А я, но вот, правда, знаешь, я не говорю. Я правда, сорян, я просто, я, это самое, я не очень люблю черный, вот. Я добавляю туда самое, я очень люблю, короче, кофе с этим, со всяким хитро, извините, выебанным молоком, вот, растительным. Хитромудрым. Там, типа, хитромудрым, да. С, там, например, мой любимый — это либо с миндальным, либо с овсяным. Очень вкусно. С миндальным? С миндальным, да. Главное, не переборщить, аккуратненько его лить, чтобы сохранялся вкус кофе, и при этом было вкусно совсем. А я вот люблю, Максим, знаешь, вот черный чаек с лимончиком. Да. Эх, с потрошками. И с потрошками, да, привычки. Обожаю с утра. Нет, правда, для меня день не считается днем начавшимся, если я вот просто вот не встану, так, не фигану себе черного чая, такой Эрл Грей, знаешь, такой, да, классический, со слоном. Вот, ну, условно говоря, слоном. Я, кстати, ну-ну. И вот лимончика в него еще. И прям такой... Ты знаешь, я чай... А, обжигаюсь прям. Ты знаешь, я тоже чай люблю, но я его пью по вечерам. А я вот с утреца. Причем еще частенько там какую-нибудь ромашку и вот такое вот. Не, ну такое я тоже люблю и уважаю. Ну это как бы, чтобы совсем вечером. Ну да, 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 совсем на вечерку. Ну вот утро начать вот именно с черного Эрл Грея, что-то прям с лимончиком. И лимончик еще до этого вот там выдавить немножко, потому что он там стоял. Выдавить! Так, куда еще? Как прыщ. А так, я что-то... Так, а вам не пора ли джойстик сдавать? Да, ну, еще минут. Ну, в принципе, можно. Ну, на. А ты вначале выйди из этого, Миш. Зачем? Саш, здесь весело, хорошо. Видишь, как все. Прекрасно. Вообще, зашибос. Ну, ладно. Как у меня в моем родном городе, наверное, в котором я 20 лет прожил. Которому я отдал лучшие годы. Нет, не лучшие. Это были годы, Максим. Люблю, вот, знаешь, вот, Макс, Москву вот всеми прям силами. Странную любовью. Странную любовью, но всеми силами. Живу тут уже, сколько, 16 лет, и прям так нравится. Я рад. Я рад, что тебе нравится мой родной город. Понаехали давай, Максим, начинай вот эту штуку. Да нет, я не такой. Кстати, это ты даже... Ты только не подоехал. Это даже внутри Москвы, кстати, интересно бывает. Например, я живу в Новой Москве, и там про, кстати, те, кто живет там дольше... Они реально, короче, я видел, как они на местном форуме про тех, кто покупает квартиры в новостройках, говорят, понаехали к нам в наш московский. Так что? Слышь, я... Вы больные. Во-во, Сомик. Сомик. С большим кусомик. Хочешь? Давай. Ну просто у нас осталось... Серьезно. А я за Мишкой пойду. У нас осталось полчасика еще. За Мишкой можем в следующий раз сходить. Себя мы сможем в следующий раз сходить. Можем и то, и другое сделать. За Мишкой одновременно. Да. Ты знаешь, Максим, я вот живу... Там у нас, кстати, Марина. А, Марина, да. Марину еще... Охренела. Спасибо за сайт. Нет, Марина. Вам спасибо за то, что никогда больше не появитесь здесь. За то, что вы вынудили меня буквально вот забанить вас. За то, что напомнили, как здесь банить. Да. Вот. Так что, Марина Гаврюшкина, идите-ка вы, Какашкина, как говорится. Да чё тебе надо? Чё тебе надо у меня дома? Просто кошмар какой-то. Безобразие. Вот, смотри. Развелось. Лазит. Каках всяких. Да вижу, да. О, ну скотч. А с чем ты в неё специально ещё прицелился? Конечно, чтобы... Ой. Каках на меня кидается, кстати. Кирпидон у меня. Кирпидон? Чем, прости? Кирпидон? Это так говорят? Да. Это где, в Саратове так говорят? Кирпидон? Ну да.
Ну, то есть штука, из которой дома строят, называется кирпич. Okay. А тем, что тебе залетает в ухо, называется кирпидон. То есть это как магма и лава, да? Да пошел ты! Пошел ты нахрен, козел! Козлы! Как Дюк-Нюкеми говорилось. Так говорилось Дюк-Нюкеми? Ну, в озвучке вот этот знаменитый, помнишь? Нет, не помню. От GC Game World, между прочим. Господи, что? Окей. Мы же с тобой снимали еще выпуск Комбо Брейкера, Максим. Где мы с тобой вспоминали GC о казаках. Казаках. Ну, казаках. И что там? Я не помню, где в частности, озвучку. В GC Game World в свое время проставили тем... GC Game World это фильм, который сделал Сталкер. И что? Ну, по крайней мере, ну да, да. Прославилась тем, что не только переработала... Тебе не лень. World of Warcraft. Точнее, World of Warcraft, лучше. Просто Warcraft 3. World of Warcraft! Вот, но и сделала еще кучу пиратских озвучек. Worms 2. Окей. Duke Nukem. Окей. И в Duke Nukem у них было еще очень много охрененных этих тем. Что когда Duke Nukem кричал «Щет!», например, они кричали там «Козлы!». Я, кстати, забыл это. Вот, да. И когда, например, «Козлы!». И когда Duke Nukem долго вот стоял на месте и говорил «What are you waiting for? Christmas?», так. Вот, произносился на заднем фоне «Нехуй спать!». Да ладно, забыл. Был такой, Максим. О, боже. Да, сейчас поменяем. Сейчас тебе, Саш, покажу, короче, как сама надо убивать. Давай, покажи. Потому что я сама не убивал, честно. Сейчас, то есть покажи. Я вот пропустил этот момент. Да фигня вопрос. Вот сюда, короче, заходишь. Сейчас, во-первых, лутаешься, естественно. Так, там трупики, дневнички, там так, гробики, ну, черепочки. Трупики, нам похеру. BND кидает мне всем на 50 рублей. Спасибо огромное, наш постоянный зритель. Вечер в хату. Дайте совет. Добывай ствол в Red 2 с бесконечными патронами. Для этого нужно пройти игру на норм за 3.5, но не могу убить финального мистера X. Блин, нервы не железные. Что делать? Снимать штаны и бегать! Я не знаю, если честно. Слушай, BND, мы вас... Смотри, короче, раз трупик бросаешь, два бросаешь, три бросаешь, приплывает Сомик. Опять на суку играете, глупцы. А потом делаешь вот так. Михайлов АК. 750 рублей, Максим. Все, Сомик сдох. Ну, сейчас, точнее, сдохнет. Жалко-то какая. А я его уже даже прозвал про себя Федором. Ну, он там выглядит еще потом. Вот, Михайлов АК кидает Максимам 750 рублей. Спасибо. И ты представляешь, что мы можем уехать примерно 10 раз на метро с работы после стрима. Так. Спасибо большое, господин Михайлов АК. И 3/4 одного раза на умере. И говорит, опять на суху играете. Глупцы! Глупцы. Глупцы. Окей. Okay. Ну да. Вы знаете, наша придурочность в нашей голове. Так, и иных, скажем так, воздействий. Иной дури нам не надо. Иной дури нам не надо. Сами дураки. Да. Спасибо огромное. Особенно я. Так. Вот он. Вот. Во-во-во-во. Вот, это та самая комната. Да, если бы мы, если бы у нас был ключ. Прибор ночного видения. Ключ, то мы бы зашли, я сейчас покажу через такую дверку. Ночная ваза, короче. Вот через эту. На самом деле. Да. Вот можно было войти, если бы мы дали водили заложников, а они дали нам да? ключ. Да. А, нифига. А, ну сейчас мне могу через нее выйти, но это она, да, короче. Я думал, донаты идут на развитие канала, но это тоже в определенном смысле развитие. Ну, слушайте, то, развитие мы... это движение. Не, это не пешком это добираемся приближает... до дома, а на метро, да? Вот это да. уже развитие, да? как минимум, да? нашего здоровья. Да. А, вот, ну сейчас он там еще пендривается. Так, ку-ку, смотри, а. Гордится. Все, внутренний мем. Все. Отсамил свое самец. И главное, даже. Саш, знаешь, что мы давно не делали? А. Тише. Вот что мы давно не делали. Так, надо. Давай еще подпрыгни. Так, надо вот это открыть. Все такие озвучки, знаешь, надо сделать. Да. Специальные такие, Герасим стайл. Не мы озвучим. Не, это как в этом, кстати, как раз в резике, во втором, в ремейке, там, когда, если ранен, не дай бог, Леона, и он ходит раненый, то реально он так кряхтит постоянно, что вот просто, чтобы не слышать этого кряхтения, хочется подлечиться. Хочется сделать. Даже если, в принципе, не опасное ранение. Я такой, господи, ты заколебал, ну хватит уже. ДГШУ, поехали. ДГШУ.
Жалко Соми. Гбоу Сош. Да, друзья, кто до сих пор не знает, это так сейчас школы называются, оказывается. Как это переводится? Государственное бюджетное... Общее образовательное... Гбоу. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение. Средняя общеобразовательная школа. Гбоу Сош. Гбоу Сош. Раньше звали просто школа, а сейчас Гбоу Сош. Здравствуйте, Гбоу Сошевцы. Гбоу Сошевцы. Ну что, все, хочешь? Так все, надо, наверное, доехать до моста уже. А, там мы сейчас, сейчас поедем за вагоном. И там этих козлов будем добивать еще. Ну, вагон, без этого не получится. Давай постреляю немножко. Да, стреляй. Там, правда, надо будет еще стрелочку перевести по пути. Ну да. Ну так, если можно это назвать жизнью. Господи. Господи, бога нет. Мне нравится, знаешь, что вот эта Анна, короче, наша жена по сюжету, она еще таким интонацией Нонны Мордюковой периодически. Господи, появился наконец-то! Ну, не так. Ну, не так, конечно. Так горе ты мое луковое. Просто. Ой, Борщев. Жизнь ты мне все испортил, Борщев. Как интересно, она здесь пугает. Здесь была, когда я играл, здесь была стрелка влево переведена. Вообще, да. А, или вот здесь, вот здесь. Вылезай. Вот, говорят, у нас было Моу Сош. Моу? А почему М? Ну, спальня учит, разобрать. А, окей. Да вылезай уже, вон там стрелка, иди переводи. На дверь посмотри и нажми к нему. Так, тише. Квадратик. Ух ты, смотри, пионерка. Да там да. Макс. Ты понял, да, собачка. Это собачка, которая головой кивает. Да, она так делает. Охрененно. Еще иконочки. Да, 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 иконостас есть. Все супер мило. Давай. Вот, да, еще один. Просто нажми на квадратик. Все. А, во. Да, вот у меня были с этим проблемы, я рассказывал в чате. Ага. Обратно, в другую сторону. На боксе такого нет. Да вон, стрелка, иди проводи. Да я тут помню всякие эти уасеньки. Еще есть опасные. Есть гбоу, есть моу, а еще вот говорят, есть мбоу. Сош. Так, окей, это я затушил, а вот это как переводить? Видите, какое разнообразие подарил нам этот что замечательный тут? Русский бюрократический вон. Господи. Мой универ вообще ФГБОУ ВО СГСХА полностью называется. Господи, боже мой. Я бы сейчас Макс, еще бы полслога, и я бы дьявола вызвал. С другой стороны, подойди. Mm-mm. Вот обойди ее. А, нет. Не она. Сейчас. Тише, подожди. Я тут кеш. Горе ты мое луковое. Ну где-то должна быть. Ну где-то. Ну где-то она точно была. Я вот помню, что где-то вот здесь переключил. Вон она. Ну я пытался здесь уже. Да еще и вы набежали. Да на тебе. Ни одного патрона на тебя. Ну сейчас по аптечке будешь тратить. Ладно, окей, хорошо говорю. Как ты сказал? Как? Кирпидос? Кирпидос? Кирпидос. Кирпидос. Смотри, ускакал. Все. Это потому что демон прилетел. Сними противогаз, кстати, Саша. Так. Вот она! Вот! Геймдизайн! Мать! Блядская советская власть просто. Все, давай лезь обратно. Вот, полезай себе обратно в свою гребаную Еву, Синди. Давай. Блядь, советская власть. Ну, давай. Конничева Минна-сан. Сугой. Досу. Обратно. Туда. Да. Все, поехали. Сейчас окажется, что мы не туда, короче. Наоборот, нужно было тут. Все, ладно. Не, все правильно. Да, я знаю. Я шучу уже. Где нож? Патроны не тратьте. Ну, кстати, ножа действительно почему-то так. Да ладно, хрен. Патронов хватит. Патронов. Кстати, смотри, Саша, сейчас можешь проломиться, а вон там, по-моему, есть кроватка и этот самый верстачок. Вот в этой вот будке. Сейчас попробуем. Да. Там как бы... Ну, я лучше проломлюсь. Важно понимать. Не, проломиться-то никто тебе не мешает, конечно. Я так и сделал, проломился, а потом вышел и посмотрел. Кстати, патрончик как раз можно накрафтить. Слушай, а что-то, кстати, менее чувствительное управление, чем на боксете, могу сказать. Мне норм. Да? Да. Ну я не знаю, как на боксе, конечно, было. Ну, черт его знает, у меня другой версии не было.
Ой. Блин, я, кстати, честно говоря, думал, что мы за 4 часа пройдем Волгу. Нифига. Ну, что-то нет. Уже часов 6. Можно поспать. Киши... А, ну да, да, нет, 4, да, 4 прошло. А вот нет верстачка. Там в шкафчике, да вот верстачок, возьми херню. Или нет, подожди, включи фон, нет, это не фон. Фонарик. Туда, налево, повернись. Сейчас, сейчас, подкачай немножко. Мне кажется, был. Если есть кровать, должен быть верстак. Вот он. Вот он, верстачок, точно. Так, ну что ж, давай сделаем себе потрошек. Ни ножа, ни водки. Какой это сталкер, говорят. Ну вот да, такой. Какой планируются есть? Еще трансляции в ближайшем будущем? Конечно. Абсолютно. Же планируются. И как? Не раз. И не раз. Весь мир в труху. Но весь, потом. Весь YouTube в труху. Че ты? Да я вот думаю, может еще сделать. Да, еще сделать. Да делай до упора, че ты? У тебя вон ресурсов. Наделай патронов и почисть оружие. В принципе, да. Да? Ну просто если патронов мало, куда что пойдешь воевать? С чем? А почистить? Мы, короче, мы обязательно, конечно же, еще будем стримить много раз. Вот, просто, мы, я не знаю, на самом деле, мы, Саш, мы вернемся еще с Митрошей. Естественно. Да? Да. Друзья, если вам нравятся наши стримы по метро... Приходите их смотреть. Приходите их смотреть, и мы еще вернемся, и не раз. На самом деле, мы когда тогда? Мы с тобой в понедельник или во вторник? Да прям в понедельник начнем. Мы в понедельник, давайте, да, мы в понедельник с Сашей еще раз выйдем в эфир и, наверное, продолжим... стримить Митрошу еще хотя бы разок. А что по поводу зараженного воздуха на поверхности, который убивал в первых двух частях? Как объяснять то, что он без газика на поверхности очень плохо? Делай до упора, кстати, тебе правильно советуют. Здесь объясняют очень просто. Дело в том, что как бы в Москве радиоактивная. В Москве радиация сильная, да. А выезжаешь из Москвы, и там, в принципе, норм. Ну, за исключением там, определенных мест. Вот. То есть там, ну да, здесь есть... В основном здесь, здесь чисто. И как бы, да, они все такие, господи, а мы и не знали. Но они правда не знали. Хм. Но это меньше урон будет. С глушаком. Ну, с глушаком. Ну, блин, хорошо. Так что да, по лору. А ты наделал патронов еще? Наделал. До упора наделал? Вообще. Что-то не похоже, ну ладно. Нормаль. Окей. Так, подожди. Не, это просто... Вон, шкафчики еще, посмотри. Пухан? Пухан. Пухан. Обгадился. Кирпидон, пухан, Максим, ну, алло, надо этот, на языке как... современного поколения. Бадлон. Бадлон, поребрик. Поребрик. Это уже про другое пошло, ну ладно. Ну, подожди, бадлон это из, той же, из того же региона, что и поребрик. Ну так, да. Ладно, пошли постреляем. Но не из того же, что кирпидон. Быстрое сохранение. Ну такое. Стремительное сохранение. Ну такое. Быстрее, чем обычно. Быстрее среднего. О, смотри, это вот наши предшественники. Mm-hmm. Нехорошо им тут явно. И смотри, еще не замастерировались окончательно. Нет, правда, хотя... табличек этих, знаешь, фриц любит яйца. Максим, зачем вы Веллера вспомнили? Не знаю, что-то накатило. Так, вон он, да? Ну, кстати, дальше будут такие таблички. В другой локации. В другой жизни. Нет, в этой жизни на другой локации утонешь, сгоришь. Так, Бог пойду, накажет, пойду. Ослепнешь. Ослепнешь. Саша. Тише, подожди, я играю. Мне так нравится, как Саша думает, что если мы разговариваем, то там нас услышат, короче, его обнаружат и застрелят. Это очень мило. А, я говорю слово «тише», скорее в его... Заколебал. Отстань. Да. Максим, вы не могли сказать точнее. Окей. Да. Айсен, 50 рублей на один проезд метро хватит, спасибо. Хватит, хватит ли, кстати говоря? Хватит. Сейчас повысили же цены. Хватит, хватит. 35 да? до сих пор, да. Окей. У меня просто как бы, у меня повременные билеты я беру. А сейчас повысили а, цены, да. Короче. Но... тебя уже этом... обнаружили, Саш. Ну ладно, иди сюда. Чики-брики? Чики-брики, пацаны, сейчас маслину словишь. А, подожди, нет. А этот почему-то нет. Этот маслину не словит. Ну, явно тебя заметили. Все, все. Давай, кидай в него маслину. Может, может... Тупой. Отцаны! Извини, мужик. Там, смотри, модов сколько у чувака. Ты че, зачем? Вообще. Возьми... Ну, ладно. Ну. Сейчас все разберем. Канай отсюда! Канает отсюда! И пусть канает!
Ведущие, как думаете, Григорович, родит Сталкер 2 адекватно или игра будет наполнена политической проституцией? Вот вам! Это ответ на этот вопрос. Я не знаю. Я ответил. Сергей, как бы, он человек, конечно же, как бы важный, вот. Но рожал-то он не один. Абсолютно. Первый сталкер. Что ты все время берешь какие-то обдроченные калаши чужие? Чайна! Вот. И поэтому все зависит от команды, какого качества будет игра. Насчет политической проституции я не буду комментировать. Ну да, вообще ничего не понятно. Странный. О чем вообще? Странный вопрос. Странная формулировка. Вот, да, как вопрос, больше родителей он Сталкер 2 в принципе. Вот это верная постановка вопроса. Это постановка вопроса. Было бы интересно посмотреть. На результатах, скажем, трудов. Опять же, да, в 2019 году нужно сильнее стараться, чтобы достичь. А вон, сволочь сидит, видишь? Вдруг реально сделали так, что какое-нибудь микро-тайное в геймпаде ловит ваши звуки и делает персонажа более заметным. Да, чтоб тебе... Ну, кстати... Это же было, кстати, в этом, по-моему, в Alien Isolation, там, с Kinect'ом, да. По-моему. Если Kinect был, и ты играл на боксе, то тебя, типа, слышали. Давай. Нормально, слева, все, уже этого убил. У меня синдикатор красный. Вижу. Нужны бабы. Сиськи нарисовал. Окей. Тут Миша Карасев, что ли, проходил? Уверен. Он бы так и нарисовал. Подожди. Ну давай, кончай его. Шокер, что, кончать Шуки будем. Поганые, ты слышал это? Окей. Ну что ж. Кончать будем, когда алмаз. Да что с тобой? Да что со мной, блин, вот реально. Ты опять не то взял. Где автомат? Ты автомат выкинул, что ли, Саша? Где автом? Ты болен? Вот он. Забирай да. его. Вот, блин, fucking интерфейс. Это нормально, а вот у меня теперь... со мной такого а вот не бывало. Правильно. Почему-то. А вот теперь правильно. Теперь правильно. В метро какой часовой пояс? В каком метро? В московском? Московский. GMT плюс 3. GMT плюс 3. Кстати, зависит уже теперь от времени года, потому что там... А потому что в Москве есть вечное лето? У них переключают между летним и зимним временем, у нас нет, поэтому тот GMT 3, тот GMT 2, кажется. Да блин! А это у нас дело происходит на Волге. Да забери его уже. И где моя пушка? А я не знаю, Саш, я уже запутался, если честно. Яти. Один хрен, короче. Где моя пушка? Я все время путаю кнопочку квадратик и кнопочку нолик. Лови маслину! Чушкан! Чушкан! Обходи эту шелупонь, тебе говорят! Сейчас я этого чушкана подожди. Эту шелупонь. Вон там снизу кто-то светит очком. Я-то один раз, Саш, кстати, спрыгнул, провалился сквозь землю, попал в какую-то воду под землей и утонул. True story. Да. Метро, господа. Тяжело на свете пионеру петь. Бьет его по. А че туда не зайдешь? Комсомолец Лёша. Так, вот иду, сейчас наверх заберусь. Окей. Потерял где-то пушку. Ну, это, в принципе, не страшно в этой игре. Потому что потом ближайший верстак и все. Ну, да. Снова восстанавливается. Обходи эту шелупонь, ну, действительно, это сталкер. Ну, обходи. Вот, я с вами согласен, обходи. Друзья. Обходи. Ты что? Давай, повозись там. Перезарядка. Вон. Бах. Бац-бац. И мимо. Сука, бля. Сука. Во. Что? Он с меня спросит, как с черта подшконочного. Ну, окей. Доспрашивался. И что ты ему ответил? Я ему ответил, бац-бац! И мимо? И в дам. Ну, кстати, один раз был мимо. Ну, давай. А! Так, вот, про черта подшконочного ответишь. У тебя все в порядке? Конечно, нормально. Точно? Сейчас бахнусь.
Чувак, не извини уж, а. Козлы опущены. Помни, чем больше улучшаешь оружие, тем круче тебе попадется следующее. Ты в курсе, что у тебя кто-то сзади, да, Саш? Ага. И ты идешь поэтому спиной вперед. У меня патронов тоже нет, Максим, понимаешь? А, это прикольно. Да чего разберемся, господи? Что там, козлы опущены? Козлы опущены. Все нормально. Все будет хорошо. Вон он. Готов? Готов. Так, это был последний, что ли, еще не пойму? Музыка еще играет. Да блин! Эта музыка будет вечной. Ой! Остаюсь, я остаюсь! Не смотри, куда... Вот, теперь все. Кто остался, тот сдался. Все, пацанчик, я сдаюсь. О! Ну, давай. Ух, угонять. Шмонаток-то сколько набрал. Там надо, по-моему, открыть. Там надо открыть эту дверь, да. Не помню только как. Тут как это... Ну, рычаг. Это рычаг должен быть здесь, наверное, везде. Дровня какая-то, по-моему, наверху. Дровня. А, да, точно, наверху. Наверху, да. Икс. Помню, в Сталкере, говорит нам Дмитрий, если бандоса убиваешь, он издает предсмертный звук. Ай, мля! Пацаны! Было такое. Но это мы уже вспоминали, да. Видимо, из сталкерских аудиобиблиотек сюда много чего перекочевало. Ну, ну, те же руки делали. Есть знакомые, скажем так, интонации знакомые. Я не думаю, что там прям украдены звуки, но... Не, я думаю, что те же руки просто делали. Ну да. О, кстати, другую, если что, говорим, что... Ненавижу соленье, блин, варенье и костюм мукомола. Так... Кавку любишь, Максим? Русскую народную кавку. Русскую народную кавку. Пацаны. Подойди поближе, только к рычагу, умоляю тебя. Ладно, ладно, хорошо. В смысле, я имею в виду, что ты только не возьми, не подмети какую-нибудь срань с земли. Пожалуйста. У тебя руки все время тянутся, как маленькие. Надо по рукам все, по рукам. Надо бить по головкам. Бить по головкам, а не гладить, да? По ним, товарищ. А, так, ладно, товарищи. Ну, давай с дрезухой. Дрезяндром. Как у вас там называют? Мне интересно. Кирпидон. Вот после кирпидона мне интересно, как вас дрезяндр называли. Максим Бабы. Бывает. Бывает. Дрезяндр, не знаю. Дрезон. Дрезуха. Дрезуха, дрезуха. Как еще можно? Так, подожди, а где она? Я что-то... Да туда, вон она, прям вот. А, вон она. Да. Вот же, не положила. В тени приметь. Ну да, она спряталась. Парни, как попасть на работу к вам? Молча. Да, мается 10 лет хернёй, а потом пойдете к нам. Мается маятник, Максим. Вы уверены, что вы хотите к нам на работу? Я вам такой задам наводящий вопрос. Нет, ну да, сначала надо. Да. Короче, у нас тут весело, но не всегда. Весело, но грустно. Грустно и невкусно. Как это? Близко, далеко? Дрездогон предлагают, кстати говоря. Вариант, спасибо. Ну, после того, как кирпидоном можно, знаешь, там заступить. Кирпидон, да. Можно и... Ну, мне лично больше нравится дрезуха. Или дрезяндр. Да, подожди, а что? Все, подцепилось. А, все, да, я схватил его. Это автоматом делается. Забыл. Забыл-с? Вспоминай. А ты правильно едешь? Сейчас за Мишкой пойдем. Ты правильно едешь? Правильно. Тебе нужно к поезду. Ну? Ты к поезду едешь. Ну да. Ты уверен? И сейчас вот эти вот херни начнут, что? Вот видишь, у меня приз, пассажир. Ну это потому, что ты после этого сам получил вагон. Тебе никуда стрелку не надо привезти, я тебя хочу посмотреть, сказать, посмотри на камеру.
Дриздагон. Понятно. Забыл. Правильно. Все правильно. Хорошо, езжай. И разрешаю. Ты мне вот тут пристал. На всякий случай. Как банализм, так называется. Как это? Как это? Как это, Саша? Тише. 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 Вместо съебал. Тише. Тише. Собачка головой махает. Вот смотри, это мой просто любимый персонаж. Да, собачка хорошая. Собачки, они практически в любой ситуации особенно лучшие. Вот эти, собачка кивала, короче. Собачка кивала. Сидит такая, и все время согласна с тобой. Ты говоришь, Горбачев сволочь, она такая, да. Сановый бич. Сановый бич. Налог платишь, текс платишь. Девки тут все как проститутки одеваются. Она такая тоже, да. Кстати, вот это сейчас вот нифига не смешно, вот сверкнуло. Там, видишь, вот летают всякие сволочи. Там надо немножко предустанавливаться и потратить такой тимлинг. Предустанавливаться. Предустанавливаться. Ты забанил опять кого-нибудь? Да, да. А, вот, взамен могу предложить фото интим. Взамен могу предложить фото денег, как кто-то сказал на прошлом. Давай сразу ко мне, караван торговцев. А, вот он светит. Ой, слушай, открытка с белочкой, видишь? Да. Я такую где-то видел в своем детстве. Окей. Я вот вероятно, эту. Тоже. Вот это собачка. Вот это. Артефакты в аномалиях тут есть? Аномалии есть, артефактов нет. Тут аномалии-то, честно говоря, по-моему, только здесь появляются. Наука есть. Я сейчас пытаюсь, кстати, я что-то подумал такое, задумался об этом, ну, блин. Не так часто, да. Так, все, сейчас нас надо мишкой доставать. Нам скоро, кстати, уже пора. С вентиляторным заводом заключили договора, да, уже. Ну что ж, сейчас выйдем давай тогда. И... Да, ну сейчас там. Послушаем твоего любимого мельника. Оторвем его, но ему ноги нахрен во второй раз. Да, вот, все сработало. Да, Саш? Конечно. А лучше голову сразу. Что ж ты не любишь так вот ничего? Не люблю. Мельничного? Не люблю. Мельничного. Ненавижу все мельничное. Стоит ли ее покупать сразу? В каком смысле? В смысле, стой. Вы имеете в виду, не забагованы ли? Или что? Распродажа, наверное, не ждать. Стой. Классная игра, ребят. Насчет, погоди. Короче, если насчет качества игры, то я считаю, что стоит. Если вы боитесь за баги, то ну... Такое... Мельник не на коляске, мельник на протезах. Вот. Мельник на стероидах. Так, пойдем с ним поговорим. С любимым, конечно, моим мельником. С любимым твоим мельником. Вот он. Ну, здоров, герой. Молодцом, справился. Итак, вот наш план. Ваша группа захватит... Я тебя спас, в благородство играть не стану. На нем вы с князем и крестом отплываете к мосту. Пока крест отвлекает охрану, вы с князем проникаете в комнату управления и опускаете мост. Князь с горшком. Ну реально, упущенная же возможность. Надо было назвать его горшком. И дай бог все получится. Не могу дать вам с князем больше людей. По нашим данным, основные силы противника охраняют ворота. И, Артем, ты приглядывай за парнем, лады? Он, конечно, разведчик, что надо, но все лезет на рожон, понимаешь? О. Так что подай ему пример. Знаешь? Будь потише там. Ты для него авторитет, а вы же... Тупо спецназ. Илай из Half-Life 2 нам пишет. Не танкисты? Ну нет, Илай не был таким отвратительным. Удачи, Артем. Таким сапогом. Сапогом. Кирзой. Так, ну что ж, Максим, мы... Идет запись. Идет запись. Без нас даже. Что? Что, Александр, что? Ну что, мы, наверное, сохранимся, хотя запись ну, уже есть. Ну, погоди. Как-то... Вот сейчас. Вот. А вот, вот, все. Запись уже прошла. Вот есть такая. На всякий случай мы еще раз нажмем. Еще раз нажмем. Прожмем. И, думаю, дорогие друзья, что, наверное, возвратимся с вами с этим же стримом в понедельник. Пришел отдохнуть. Хорошо. Хорошо. Так заткнись. Завались. Да. Да, в общем, дорогие друзья, было сегодня, конечно, очень весело, поучительно. Да. Давай, Макс, вот такой подведем коротенький итог. Итак, твое вот общее мнение такое, вот прям брифли про игру Метро. Экзодус, то есть исход. Гудам, Моузес. Исходус. Исходус.
из Ходоса. Ну, я считаю по-прежнему, что очень плохие диалоги, очень плохие персонажи, отвратительная озвучка. Вот. Ну, естественно, там багуньки всякие, как без этого. Вот. Очень скучное начало. Мне дико не понравилось. Но все, что после «Волги», абсолютно точно замечательное. И в итоге я, опять же, еще раз повторюсь, хотя я уже об этом рассказывал, я в итоге получил очень много удовольствия, и я считаю, что в целом игра получилась хорошая. А я вот, друзья... Если вот единственное, нужно держать в голове вот все остальное. Вот это, да. Да, то есть... я, друзья, вот, несмотря на то, что я согласен со многими вещами, которые говорит Максим, да, то есть там действительно диалоги могли получше написать, и персонажей можно было придумать тоже поинтереснее, как бы, чем вот... Мельника вот... убить. Особенно Сэм, который русский стался в Сэм. Сэм, да? А еще Гюльнара. Гюльнара, да. Там он дальше чуть-чуть... Я туда... Поиграл. Как она там, господи, я сейчас вспомню фразу одну. Я туда после войны ходил, следы мама искал. Вот она так говорит, ты понимаешь? Вот так вот. За что? За что? Так вот, но, несмотря на все это игра, которую в какой-то момент начинаешь любить не за, а вопреки. То есть такое у меня было с очень многими проектами, которые были созданы нашими. Ну как, 4A Games, конечно, это не совсем наши, это бывшие наши. И вообще и не бывшие наши, а украинцы, которые переехали потом на Мальту и стали делать что-то. Но неважно, где там живет русский человек, не побоюсь этого слова. Вот. Главное то, что вот он может... Они бы с собой поспорили. Ну, ладно. Да, главное, что вот он может тебе вот так вот в какой-то момент вот просто бац! И про березки запел в голове. Бац! И фанеру тебе пробил. Ну или так. Пацаны, маслину словил! Ай, мне! Это один из немногих элементов, который действительно вот сразу тебя поражает и завораживает. Вот маслина. Как было в моем случае. Маслина, Максим, да. Маслина проникла меня прямо, знаешь, в мозг сразу. Маслина головной. Но кроме всего этого, это действительно игра с очень классным геймплеем. Он такой немножко грузный, он немножко такой вот неуклюжий, но если ты к нему привыкаешь, и если ты начинаешь играть по правилам этой игры, а не говорить, что «Алло, хрена на кнопку X, мне тут не давится и не делается», то через час или два, это, к сожалению, очень минус, наверное, этой игры, то, что, потому что не сразу, а нужно то, что продраться время, и да, привыкнуть. Нужно именно продраться и привыкнуть к нему, к этому геймплею, но когда ты привыкаешь, ты начинаешь ловить в него истинный кайф. Да, есть такое. И плюс, опять же, я повторюсь, это, к тому же, гораздо более разнообразная игра по сравнению с предыдущими двумя частями. Здесь больше разнообразия в антураже, здесь больше вариативности в самом геймплее, здесь гораздо больше поддерживаются разные стили игры. Вот, и да, да, в итоге я доволен, что я в нее поиграл. Я рад. Да. Хотя у меня были очень сильные сомнения. Играем в поезда. Очень сильно. Да. Ну что ж, друзья, на этом, я думаю, мы сегодня будем заканчивать. Продолжим, да? С вами в понедельник, с того же места, где и кончили. Мы сегодня уже, да, 4 часа наиграли примерно. Да уже вообще глаза вылезают. Да, мы вернемся в понедельник, хотя я не знаю, в понедельник насчет 4 часов надо все-таки иногда и работать время от времени. Ну, в часика в 5. На самом деле, мы сделаем, да, анонс 5, специальный, там, так что следите. Не знаю, 2, может быть, 3 часа. Не посмотрим, забывайте, друзья, во-первых, ставить нам лайки. Во-вторых, подписываться на все наши каналы. На Ютубе Combo Breaker, Combo Breaker Live, куда мы выложим обязательно этот ролик потом. На нашу группу ВКонтакте, которая называется тоже как, Максим? Игромания? Нет, кажется, тоже там Combo Breaker. А, да, я забыл. Да, Combo Breaker. И с вами были сегодня мы. Combo Breaker. Александр Кузьменко. Максим Еремеев. И, как говорится, до новых... Хреновых. Встреч. Пока, друзья. Пока. А я пока найду эту кнопку, где это все выключается. А вон там, вон она. Остановить. Вверх, свыше, выше, выше. Вот это вот. Да. Остановить трансляцию. Давай! И сделать трансляцию. Вырубай это дерьмо! Ей!